Ну что, всем привет, люди хардкора. Это новая Hard Conference. И мы, ваши ведущие, Эдуард Германский, Анатолий Сульянов и наш матчмейкер Александр Колесников. Кстати, у кого-то может быть вопрос, где Армен? С Арменом все нормально? Армен на месте, будет на турнире. У него сегодня какие-то бои, кто-то выступает, все окей. Ставлю пояса. Вы что, взяли? Ничего. Ничего. Кетчупом я приправлю тебя, ты понял? Твой дух уже пропадет. А ты попробуй, попади по мне. Парни, он вас всех готов перерубить, походу. Ух, ебать, мне небососину прилетел. Аппарат отправлен на нокаут. Есть мотивация рубануть Кирюху? Но это только за своих друзей. А тебя будет до тех пор бить, пока ты мне сына не родишь. Топора мне хоть кувалдой будешь, назад я идти не буду. Закрой, я тебе говорю! Сегодня вас ждут разборы самых ярких противостояний, выпусков эпохи Сайберпанка, ну и, конечно же, анонсы уже одних восьмых Гран-при Hardcore Fighting Championship второго сезона, битвы за бэху, за миллион рублей, за полмиллиона рублей. По итогам конференции дайте ваше мнение в комментариях, кто будут эти трое финалистов. Нам оно очень важно и крайне интересно. Ну что, а мы едем дальше. Но перед этим хотим сказать огромное спасибо за организацию таких крутых выпусков нашему партнеру компании pinup.ru, титульный спонсор Hardcore Fighting Championship. pinup.ru гарантирует стабильно высокие коэффициенты, широкую линию мировых спортивных и киберспортивных событий, включая свыше 25 тысяч лайв-эвентов ежемесячно, а также удобный интерфейс с доступом к самым масштабным событиям мирового спорта, таких как футбол, бокс и смешанные боевые единоборства. Переходи по ссылке в закрепленном комментарии, регистрируйся на сайте, активируй промокод HARD и в личном кабинете забирай фрибет до 3000 рублей. Толь, ну расскажи нам, что зрителю ожидать в ближайших выпусках. Если простым пацанским языком, то War Thunder насыпал нам бабла, и мы все снимаем в стилистике танков, самолетов. Поэтому из эпохи Сайберпанка мы переносимся в эпоху War Thunder. Братва, очень сильно нуждаемся в вашем активе, поэтому не стесняемся. Вот эту красную кнопочку делаем серой, если еще вдруг не сделали. Звоним во все колокола, чтобы первыми смотреть наши выпуски, наши крутейшие бои. Комментарии обязательно, сердечки вот эти ставьте. Но мы вам бесконечно благодарны за это будем, правильно? Мы понимаем, что, конечно, лето, жара, но нужно чуть-чуть активизироваться, дать актива. И, помимо всего прочего, в срочном порядке по ссылке в описании перейти на канал Hardcore MMA, где стартуют уже крутейшие отборы, главные бои вечера. Мы двигаем новую культуру в мире единоборств. Это наш новый канал, поэтому залетаем туда, обязательно подписываемся. Потратьте эти 30 секунд. Люди хардкора, мы вас очень просим. Нам очень и очень нужна ваша поддержка. А мы переходим просто убойный, огненный Hard Conference. Ну что, я предлагаю поприветствовать наших главных героев двух кардов и уже пообщаться непосредственно с ними. Встречаем. Погнали. Наших бойцов. Студенты. Ты хромаешь. Бицепс на руке, а хромаешь ногой. Парни, перед тем, как прийти к разбору, я хочу сказать Мухаммеду и Кириллу. Лига признала ваш бой просто главным боем, ну, второго сезона-то уж точно, как минимум. Поэтому, парни, вам бонус каждому по сотке за бой вечера.
от души. Это было реально круто. И то, что вы устроили в октагоне, это ну, просто не поддается никакому описанию. Оба красавцы. Это была настоящая война, но война на уважение, как написали многие в комментариях. Поэтому аплодисментов ребятам. Это было реально круто. Мухаммед, крайний свой раунд, или даже там сколько, полтора раунда, ты бился на одной ноге. Что случилось? Четвертый и пятый раунд, да. Я растянул пятку в голеностоп. Добавлять надо! Тяжело. Что случилось? Готов продолжать? Так, что там? Вижу опухшие до сих пор. Я вижу, что кроссовки изики модные. То, что опухшие, тоже вижу. В бою оно давало себе знать, конечно, больно было. Но я ждал этой рубки, но сам раз, как настоящий джентльмен, не пошел вперед. Дал мне возможность восстановиться. То есть ты думаешь, он второй раз хочет забрать? Да, он мог бы пойти вперед. Я ждал этого момента, зарубиться прям. Дал мне возможность восстановиться. Я это понял. Сколько уйдет на восстановление ноги? Месяц. Когда приступишь к полноценным тренировкам? Уже потихоньку приступил. Потихоньку нагружаю себя. Кирюх, многие пишут, что второй раз тоже был нокдаун, но его не стали отчитывать. Ты как считаешь, это был нокдаун или все-таки Мухаммед подскользнулся? Ну, пересмотрев видео, там было, да, попадание на отходе, а после этого уже рога отъехал. Но если, как мы знаем, рефери не отсчитал нокдаун, значит, его не было. А так, да, мне хотелось бы, конечно, быть человеком, который два раза отправил Мухаммеда в нокдаун. Но, увы, как бы рефери посчитал нужным его не отчитывать, значит, его не было. Саша, а ты как считаешь, был нокдаун или нет второй? Ну, опять же, компрометировать действия рефери, наверное, неправильно. Если он счел, что не было... Значит, в рамках этого поединка не было. Ну, вот мне показалось, что он вот конкретно подвернул. Финальное мнение Мухаммеда. Был нокдаун или нет? Я пересмотрел бой, и да, был нокдаун. Ты считаешь, что был второй нокдаун? Да. Слушай, на самом деле, блин, достойно. Короче, два джентльмена реально. Мне кажется, Максу надо просто... Да, две этих где. Да, достойно. Не у каждого мужчины и бойца хватит, в принципе, смелости... При том, что даже все окружающие оппоненты говорят о том, что нокдауна вроде как не было, сказать, что да, по моему мнению, он был. Респект, Мухаммед, реально. Кир, сразу после того, как ты улетел в нокдаун... ты оформил второй, но уже в сторону Мухаммеда. Это такая же история, как у Димы Климова. Пока не получишь, не включаешься? Судя по всему, да. Я, честно признаться, не помню, как я потом уже на видео увидел, как я пропустил. Я не помню, как я падал и сделал такой небольшой кульбит, так скажем. Вот этого момента вообще не помню. Но потом, да, как-то встал, так сфокусировался и четенько подловил. О, посмотри. Но тебе самому не кажется, что ты до сих пор в поединке зачастую продолжаешь думать о том, как лишний раз скинуть респектную пятюню, а не пробить в челяк и уложить на канвас оппонента? Это просто оппонент такой. Ну, опять же, мы с ним, как правильно сказали, с самых низов, так скажем, с самого начала бок о бок. В низах вы никогда не были, а ну, вот с самого начала вы вместе шли, да? Все верно. Плечом к плечу, и как бы, да, были моменты спорные, когда там он в раш и на меня идет, и я тяну краба. Да, надо меньше этого делать, думаю, в следующем бою это вы не увидите. Кирюха это говорит нам, обещает примерно год уже после каждого боя. Кир, слушай, это часть тебя, и я думаю, огромная часть нашей аудитории тебя, наверное, за это и любит, и ценит. Мухаммед, что у тебя произошло с персидским дагестанцем? Да он с ума сошел. Короче, написал мне в директ всякие гадости, неприятные вещи, даже не хочу это на камеру говорить. Якобы я позвоню его жене. А у персидского дагестанца есть жена? Я не знал. Ну, зачем типа невеста вроде как. Всякие гадости. Я говорю, ты где ты находишься? Я говорю, я вот тут, типа, в Груше. Какая Груша? Я приезжаю на парк культуры. Я говорю, жди там, говорю, меня. Если тебя там не будет, говорю, вешайся. Я еду туда, приехал, нету его. Меня, говорит, брат забрал. А какой был смысл вашей встречи, если у него одна нога? Ну, сейчас он после операции. Он я не знаю. Лея, что ты морозишь? Его брат, типа, говорит, если, говорит, ты... действительно не звонил ей, окажется так, я, говорит, его слова беру обратно. Я говорю, ты что, охренел, говорю, что ли? А что, он у своей женщины сам спросить не может, звонил ты или нет? Ты что, говорю, охренел, что ли, говорю?
говорить что угодно, а потом брать слова обратно, такое некачество, я тебя и его накажу. Я его не оставлю так. Где увижу, там и похороню этого человека. Это на полном серьезе говорю. Потом я выяснил, что я его жене не звонил. Вот, это то, что поздно. Я сейчас хотел спросить, да. Звонил ли ты его жене или нет. И, ну, такая сомнительная немножко, да, в принципе, история. То есть вы вопрос ваш не урегулировали, он еще есть. Он актуален по сей день. Мухаммед, расскажи, пожалуйста, про мальчика, которому ты отдал полностью весь свой гонорар. Мальчика, да, зовут Тимофей, у него порог сердца. Да, я принял такое решение, делать добрые дела, помогать людям, и на этом не собираюсь останавливаться. На прошлой конференции мы мальчику, которому и Мухаммед пожертвовал весь свой гонорар, объявили сбор пожертвований и собрали, вы собрали, люди хардкора, 700 тысяч рублей. Ни у меня, ни у родителей мальчика, ни у благотворительного фонда, ну просто нет слов, чтобы выразить вам наш респект и благодарность. Это реально, это просто вау. И спасибо вам, что откликаетесь, потому что менее чем за год существования благотворительного фонда «Хардкор» мы уже собрали нуждающимся детям, нуждающимся семьям с вашим участием больше 21 миллиона рублей. И поверьте, это огромные деньги. Это спасенные детские жизни, спасенные судьбы семей. Поверьте, это нереально круто. Мы будем делиться этим в наших соцсетях обязательно. Но то, что вы делаете, это просто... Я даже не знаю, как описать ваши поступки. Но это реально круто, и мы вами гордимся, и гордимся такой аудиторией. И на следующих боях обязательно представители благотворительного фонда скажут вам пару слов. Они у нас это очень настойчиво просят. Поэтому вам реально еще раз от души. Поэтому давайте продолжать творить добро. И сегодня мы поможем Вите Кузнецову. Вите сейчас 5 лет. И его детство могло бы быть активным и беззаботным, как у других детей, если бы не страшный диагноз – подвывих тазобедренных суставов. Это врожденное нарушение опорно-двигательного аппарата, при котором любое увеличение нагрузки на сустав может привести к вывихам. В Германии лечение подвывихов тазобедренных суставов проводится щадящим образом, и уже через несколько недель после операции ребенок сможет полностью встать на ноги. Друзья, операцию необходимо провести в ближайшее время, ведь если произойдет вывих сустава, Вите потребуется более сложное вмешательство. Клиника выставила счет более чем на 2 миллиона рублей. Не оставайтесь в стороне, мы вас очень просим, кто чем, кто 10, кто 100 рублями, давайте поможем парню, а хардкор сделает от себя свой посильный вклад в размере 300 тысяч рублей. И я думаю, мы быстро за пару выпусков добьем парню эту цифру и подарим жизнь, спорт, возможность бегать по дворам со сверстниками, играть в футбол. Короче, давайте подналяжем и спасем еще одну детскую жизнь. Спасибо вам большое. Ну что, парни, еще раз вам от души за этот бой. Это был реальный чемпионский поединок в лучших традициях хардкора. Ну а мы переходим к следующему противостоянию, к анонсам следующего боя. И это бой Кирилла Самброса и Альберта Калайджана. Вот это будет рубка. Кстати, очень многие в комментариях спрашивали, куда дели кубинца. Прям тяжело добираться. Прям тяжело добираться? Да, очень. С Кубы? Если бы. Откуда? Из Одессы. А ты в Одессе живешь, да? Да, добираться нелегко. Но оно того стоит, согласись. Да, оно того стоит. Хорошо. Альберт, ты одержал крутейшую победу в первом бою. Действительно ярко ворвался в нашу лигу. Сломали нос или нет? Здоровый, очень жесткий! А нам говорил, что опыта особо не имеешь. Давай на чистоту. Какие спортивные заслуги у тебя есть? Нету никаких спортивных регалий вообще. Ну что это, какая-то врожденная генетика? Наверное, с Кубы. Ну, на Кубе хорошая школа бокса, да. Кстати, исторически. Ну, то есть, реально, у тебя есть какая-то база? Ты ходишь в зал, ты тренируешься, да, ты что-то делаешь? Да, тренируюсь. Я с 5 лет занимаюсь, я же говорю. По боксу? Нет, по боксу с 14 начал где-то. С 14. А сейчас тебе? 22.
Ну, то есть ты так скромно 8 лет уже занимаешься боксом? Ну, относительно плотно, года 4-5. Просто не ездишь на соревнования, не собираешь все вот эти книжки, медальки и все остальное, да, не считаешь свои бои и всем рассказываешь, что достижений никаких нет. Нет никаких достижений. А сам выходишь и летят ебальники налево и направо оппонентов. Я на ринг выходил один раз на открытый. Ну скажи, у тебя амбиции-то на пояс есть? Да, конечно, я же сказал. 7-7, хочу пояс. Почему нет? Что думаешь по этому поводу, Мухаммед? Ну, я видел его бои. Талантливый парень на самом деле. Тайминг все присутствует. Я думаю, он покажется. Покажет себя? Покажет, да, себя. Зрелищные бои закатит. Ну, еще пару боев и может дорваться до титульного. Я бы с ним свистнулся тоже. Он достойный, оппонент. Хорошо. Что думаешь о Кирилле, как о сопернике? Хороший соперник. Мне кажется, ну, 77 он второй по рейтингу. Поэтому я думаю, это будет достойный бой. В любом случае, я рад буду разделить с ним ринг. Потому что я хочу нормально порубиться, так как видели по моим прошлым боям, я как-то не особо рубился с кем-то или получал как-то в отдачу. Вот поэтому я думаю, что это будет хорошее противостояние. А ты что думаешь, Кирюх? Посмотрел его бой? Еще нет, обязательно посмотрим. А так, воспитанный парень. Ну так, со стороны видел, что хорошо выступил, технично работает. Думаю, замесимся, отлично. Всю дистанцию, а может и нет, посмотрим, загадывать не будем. Случай покажет. Жаркий бой. Кирюха, ты знаешь, что Альберт тоже рэпчик делает? Что, может, как-нибудь батл надо еще замутить? Вот сейчас в ринге, а потом фиточек сделаем. А где ваши все треки? Вы говорите, то замутить, это замутить. А что это никак не раскручивается? Чего никто не выходит под эту музыку? Как называется хоть это, скажи? Среди недолюдей. Среди недолюдей? Да. Смотри, Кирилл у нас джентльмен года. И я помню, что на прошлой конференции... Слушай, ну у тебя круто подвешен язык, ты классно общаешься. И я так понимаю, ты подстраиваешься под любую стилистику общения. И под трэш-ток, и под некое вот это вот вечно уважительное обаяние самброса, под которое попадает... Я не видел ни одного человека, который паскудил бы самброса, который с тобой все бы впереди. Трэш-точил. Все впереди. Да. Мне кажется, что это вот какая-то просто энергетика твоя, она разрушает весь вообще, весь хайп и все то, на чем строятся рейтинги просмотров, Кирюх, блин. Честное слово. Добро всегда побеждает зло. Добро всегда побеждает зло. Понятно. Друзья, у меня, кстати, к вам будет одна огромная просьба. У Кирюхи есть большая мечта, связанная с его дочерью, с творческими планами. Короче, я вас очень и очень прошу помочь ему с ее осуществлением. Нам нужно набрать Кириллу в Инстаграме 100 тысяч подписчиков. Для того, чтобы у него пошли крутые рекламные контракты. Ну, короче, и очень многие моменты наладились. Блин, мы под выпуском прикрепим вам ссылку на его инсту. Она появится сейчас здесь. Зайдите и дайте подписок. Реально крутой Инстаграм. Давайте его просто прокачаем, разошлем друзьям, что нам это стоит. А Кирюхе тогда залетят реально хорошие бабки от наших партнеров, и все начнет налаживаться. И давайте эту историю Кирюхе порешаем. Мы вам будем очень и очень признательны. Да, и на такой хорошей ноте предлагаю стардаун сделать. Погнали! Опять же, все на уважение. Все на уважение. К сожалению. Ну и таким. Сразу продолжает прессинговать и... Кирюх, но на самом деле уважение уважением, а мы когда с матчмейкерами там звонили Альберту, предлагали ему там бой с тобой, я так дословно тебе не хочу передавать, что он про тебя говорил, но, говорит, послушайте, говорит, я все раунды, говорит, просто им октагон буду вытирать, и там, ну, другие слова я просто даже в эфире не готов произносить, да, базару нет. Поэтому
Знаешь, тоже такой двуличный человек. Я бы его не жалел. Погнали дальше. Разбор главной сенсации супертяжелого веса и развязки всего киберпанка. Бой Тимура Слащина и Дениса Недашковского. Ваш бой – это просто вау. Вам аплодисментов. Огней ребятам в комментариях под выпуском. Это было просто реально круто. С ярким тебя дебютом в нашей лиге, Денис. Тим, ну рассказывай, как вообще поражение морально перенес? Да ну нормально, как уже после боя сразу же сказал. Всем спасибо, кто болел. Да, в этот раз немного подкачал, но ничего. Мы вернемся еще сильнее. Будем готовиться. Возьмем реванш рано или поздно. Ну, не надломило, ничего. Нет, ну а что, это тяжелый вес, тут каждый удар решает. То есть тут, на самом деле, можно пройти всю дистанцию, а можно и за 5 секунд закончить бой. То есть, когда тебе 100 килограмм прилетает в челюху, ты мало о чем думаешь. И многие там говорят, хрустальная челюсть, еще что-то, я там читал так. Ну, вы можете встать в пару с любым тяжелым, и вам покажут, что такое хрустальная челюсть. То есть, это любой удар решает ситуацию в этом весе. Старик, смотри. Вот ты сейчас там какие-то свои экспертные мнения здесь пытаешься высказывать, да, Тимур? Ну вот у диванных Тайсонов, у них опыт побольше твоего боя. По крайней мере, поэтому вот то, что точно. Ты сейчас что-то там втираешь, ну вот я склонен намного больше верить. Вот, пацаны, честно, вот вы вот сидите на диванах и пишете про хрустальные челюсти. Да нет, это вялый бой был. Да его еле ткнули, он упал. Блядь, да конечно вы правы. Я вот вчера всю ночь сидел и лайкал все, сука, ваши комментарии, которые вы пишете. Блядь, 100%. Все кубы. Это вот, конечно, вы правы. И я вот от лица лиги говорю, вы извините, что сейчас Тимур что-то там вот с вами пытается спорить. А вообще, конечно же, пошли вы. Я вам вот так вот скажу. Да, конечно, слушай, Тимур, не бывает без поражений побед, новых взлетов. В любом случае, это новый опыт. Для лиги это новый, крутейший, конкурентный боец. Мы сейчас заанонсируем вам одну очень-очень крутую историю, которую мы сделаем в супертяжелом весе. Но, тем не менее, Денис, скажи, пожалуйста, каково это ощущать, что ты отправил в нокаут чемпиона гран-при, первого гран-при супертяжеловесов хардкора? Из синего угла! Эмоции переполняли в тот момент, но бой был очень конкурентным, очень. В какой-то момент перетерпел и включился. Так совпало, что я попал, мне повезло, и все. Не, ну удар он жесточайший держал. Можно, да, вопрос? И мы с Эдом стояли, и там, знаешь, там вот просто долбится раундом. Вокруг октагона носился один и тот же вопрос. Мы его орали все. Из чего он сделан? Тимура! То, что прилетало, это... Это было как минимум громко. Да, ну это было... Как минимум просто, ну реально... Но это было головодробительно прям. Там живое, это прям такие шлепки. Я не люблю падать. Не любишь падать? Тяжело вставать потом, что-то встает. Согласен, когда весишь много. Но больше всего меня, конечно, я думаю, как и многие зрители, многие в комментах про это писали... Это твои наставления между раундами. Они просто вообще вынесли. Просто красавчик. Кто-то написал в комментариях, спасибо, что оставили речь секундантов в полном объеме между раундами. Говорит, это выглядело как крутейший голливудский триллер. Ближний бой, не прикол, ты не печень, блядь. Ну что ты, блядь? Понял? Переходим к планам. У нас до сих пор остается вакантным чемпионский пояс в супертяжелом весе. И мы объявляем о начале мини-гран-при по розыгрышу пояса чемпиона супертяжелого веса Hardcore Fighting Championship. В данных противостояниях сойдутся Денис Недашковский с Никитой Викингом Бачиным. И скажем честно, мы с аудиторией всегда стараемся быть честными, Тимур Слащинин должен был подраться с Исламом Вагабовым. И победители этих двух пар, этих двух супер противостояний,
должны были сойтись за чемпионский пояс. Мы все с вами знаем, что Ислам не сможет принимать участие в боях Hardcore Fighting Championship в связи с возникшими к нему вопросами у правоохранительных органов. Этот бой сейчас просто невозможен. Но уже на War Thunder вы увидите бой Дениса Недашковского, Никиты Бачина. А на следующих турнирах, я думаю, это будет супер громкая история, вы увидите бой Тимура Слащинина с его оппонентом. Имя его пока называть не хотим, но это будет реально круто и реально громко. А где-то в сентябре тогда уже разыграем пояс супертяжелого веса. Парни, вам от души за этот бой. Не вешать нос, готовиться. Я уверен, что в рамках хардкора вы еще сойдетесь в лютом реванше. И аудитория этот реванш будет ждать. Спасибо вам большое за этот бой. Вот почему он должен страдать, если Багабов не может выйти на бой? Кто должен страдать? Никита. А он, почему он страдает? От боя. Я не знаю, куда вообще он лезет. Вот мне просто интересно стало, на самом деле. Я вам тогда еще сказал... А, это типа что... трэш-ток, я понял. Я вот тогда еще... Не-не-не, я сначала не понял, я тогда понял. Сказал, что нам интересно выступать в хардкоре с сильнейшими парнями. Вы нам дали Тимура. Да. Ну ладно, хорошо. Не-не-не. Спокойно, мы спокойно общаемся, на спокойной ноте, дружище, я как бы самое. Мы хотим еще сильного соперника. Дайте так. Нам хорошего, нормального бойца. Пускай Гаджи не сильный? Пускай Гаджи автомат придет сюда. Что там он там в топ-доге забыли, не могу понять. Дайте нам нормального, достойного соперника. Сильный боксер, вопросов нет. Но он уже два раза проигрывал Тимуру. Нам но бокс и кулачка — это другая история. Никита сильно подрос по форме. То есть вы не считаете Никиту за оппонента. Но опять-таки интересно будет вот таким с хорошим или бившим профиком, там, я не знаю, в конце концов, давайте Поветкина сюда с вами позовем. Поветкина? Артур, вы с командой видели прошедший бой Никиты? Я, конечно, видел. Мы готовы, не, мы подремся, бой будет по-любому интересным, но просьба как бы третий бой нам дать реально хорошего соперника. Этим я, в принципе... Слушай, автоматы мы будем Гаджи... здесь выигрывать нокаутом всех, пока вы нас не полюбите. Все. Автомата Гаджи мы приглашали в нашу лигу, у него есть действующий контракт с другой лигой, контракты нужно уважать. Тем более, насколько я знаю, мне кто-то сказал, что автомат Гаджи сейчас... Не в боксе, он заболел, мне кто-то сказал. Если действительно так, желаем ему, да, скорейшего выздоровления. Однозначно. И вообще берегите себя, парни, со всей этой чумой. Если он согласится выйти в бой против Дениса Недашковского. Ну, при всем Гаджи автомата. При всем уважении к Денису, я уверен, что как минимум Гаджи скажет, что этот парень провел всего один бой. А у него уже 5-0, если хорошо, не ошибаюсь. После Никиты подеремся еще с одним бойцом. И можем объявить, после что... Никиты вы подеретесь за чемпионский пояс хардкора. Если вы его заберете... Да, тогда, возможно, вы тогда будете... Тогда это будет серьезная заявка уже на дальнейшее участие. Ну и в первую очередь, конечно, Никиту надо пройти, а то вы уже заглядываете. Да, вы так за спину смотрите. Я вам скажу, вот, при вот всем совершенно уважении, серьезно говорю, без пафоса, без ничего, без всяких. Денис Недашковский был не в форме, когда бился против Тимура Слащинина. Все, этим точка. Это я как мужик прямо при всем это говорю. Сейчас он абсолютно в другой форме и в другом весе. Все. Спасибо. Никит, ты в форме? Это же нехорошо так говорить. Я совершенно, брат, серьезно говорю. Посмотри сейчас на него и посмотри, когда он был. Я тебе могу фотки до и после. Я тебе могу... 10 килограмм я могу разницы. Сказать так, ну, серьезно, что 10 килограмм. Я тоже думал о бою. Мне кажется, Дэн сидит, думает, почему мой менеджер столько разговаривает. Вот хороший менеджер, пусть разговаривает. Я тебе говорю, это как есть. Он, ну, для начала он был 103. Ну, руки посмотреть на него, конечно. Он сейчас в идеальной форме. Короче, у него руки-базуки. Правильно? Руки-базуки? Руки-базуки. Окей. Ладно, давайте стардаун. Хорошо. Иу! Разница в габаритах такая большая. Он сейчас пошел вперед. Два. Никита, Викинг, Бачин с возвращением на хардкор! Одерживает боец из синего угла! До челюсти дотянешься, Никит? Конечно, красавцы.
Никит, ну, во-первых, мы тебя поздравляем с победой над Георгием Сакаевым. Серьезный оппонент, он действительно круто рубился в хардкоре. Мы рады тебя приветствовать в рядах супертяжеловесов. Расскажи, что ты изменил в своей подготовке. Я вижу, что схуднул чуть-чуть. Да, уехал на сборы на 3 недели в спортклуб «Боец» в городе Бузулуке. Угу. Потренировался, подготовился уже под оппонента. Подготовка была такая достаточно хорошая. Вот эта форма, самая лучшая форма, которая у меня была вот с этими двумя боями. Угу. Достаточно хорошая. Ну, я чувствую себя достаточно уверенно. Судя по прошлым двум конференциям, для тебя очень принципиально было подраться с Тимуром. Вот мне интересно, для тебя все-таки в приоритете сейчас чемпионский пояс или, скажем так, да, голова конечно. Слащинина? Да нет, сейчас как-то больше интересно пояс. А так с Тимуром я очень, конечно, буду рад подраться. Это все-таки, так скажем, старый товарищ по боксу. И вообще, ну, в принципе, мы и сейчас хорошо общаемся. Давай по-братски, говорит, ебало набьем. Короче, да, по-братски ебальники набьем. Я просто помню, ты даже в профайле говорил на Киберпанке, что я пришел на хардкор за головой Тимура Слащинина. А все поменялось. Все поменялось? Да. То есть блеск золота пояса хардкора тебя все-таки манит. Да, конечно. Денис, насколько тебе будет удобно работать с соперником, который ростом ниже тебя, крепче по комплекции, ну, то есть не самая удобная антропометрия? Нет, ну, я как бы достаточно рослый, и все бои у меня зачастую так и проходили. Соперник был всегда ниже. Я не знаю, бой покажет все. Ну, что загадывать? Я понял, то, что не договариваешь ты, за тебя договаривает твой агент. Да, тандем у нас такой, да. У него есть как бы свои золотые слова. Он всегда говорит, это бой, сегодня выиграю я, завтра проиграет он. Нормально, нормально. Ты сказал, что Денис Недашковский является лучшим супертяжеловесом в России на сегодняшний день. Почему? Абсолютно. Почему ты так считаешь? Откуда такая уверенность? Вот, посмотрите. Во-первых... Посмотри, как он на него сам смотрит. Давайте я поставлю точку сразу, что в зале во время спарринга он вырубил через печень очень известного боксера. Это раз. Ну, как бы обещал, слово не, как бы, ну, не скажу, кто он такой. Но как бы сам факт, что он серьезный тяжеловес, это раз. Второй, значит, он стал чемпионом России по микс-файту, по тяжам, вырубил нокаутом финал. По ветру, да, вот так, то же самое система. Позвали нас хардкор, пригласили выступать. Тимур, то же самое, получилось как бы нокаутом, бой закончился. Я думаю, что это 4 громких, как бы, таких, как бы, слов, то, что я сказал, это уместно назвать его лучшим тяжеловесом в хардкоре. Дэн, знаешь, а у меня еще к тебе такой вопрос. У тебя реально, ну, большие заслуги там и в ММА, да, и в боксе, я так понимаю. Первый бой у тебя был на кулаках. Слишком почувствовал разницу между всем остальным? Да, ну, разница есть, да, удары больше чувствуются однозначно. Но многие говорят, особенно ребята из там тяжелых весов, что ты никогда не будешь вкладываться голой рукой так, как вкладываешься в боксерской перчатке. Правда это или нет? Ну да, голой рукой достаточно чуть черкануть и все. Нет, из-за осторожности, из-за боязни просто травмировать руку при неудачном ударе в лоб оппонента. Когда ты дерешься, ты уже не думаешь об этом. Ну, не думаешь об этом. Конечно, да. Дэн, ну и такой вопрос последний к тебе. Как ты считаешь, на второй бой ты уже будешь выходить более уверенно? Ну, то есть до этого ты выходил, ты все-таки не знал, ну, конечно, что это за игра. Ну, конечно, я не знал, что меня ждет. А теперь прочувствовал. Однозначно буду более уверен, да. Да. Ну и подготовка немножко по-другому пошла. Работу над ошибками проделали. То есть, ну, посмотрим, что будет. Это бой. Окей, хорошо. Сильнейший. Ну что, давайте пожелаем ребятам, которые начинают гонку за чемпионский пояс в супертяжелом весе, удачи. Я уверен, что это будет яркий, крутейший бой. Костюмы, бои, антураж прошедших боев 1/16 позволили с головой погрузиться в атмосферу киберпанка. И, конечно, это стало возможным, в том числе благодаря нереальной графике на всех выпусках. Ее делала нам компания Vertex Brand. Если вам нужно создать рекламный ролик о вашей компании, контент для социальных сетей, разработать дизайн и фирменный стиль или получить консультации по продвижению, оставляем ссылочку в описании на этих крутых ребят. Ну и, конечно, от хардкор будут действовать специальные скидочные условия на все услуги в размере 10%, друзья. Я предлагаю попрощаться с ребятами, переходить уже к разбору следующих противостояний и пригласить уже новых мы ребят. Мы не будем с вами прощаться, мы говорим вам до свидания. Спасибо, парни, что пришли. А мы переходим к разборам, к стердаунам 1/8 финала Гран-при хардкора. Ну что, друзья, мы переходим к анонсам 1/8
И первый бой, который у нас будет, это будет бой Кирилла Тольятти Черняева и Сергея Птеродактиля Адамова. Давайте поаплодируем. Участники 1/8 финала 2-го сезона Гран-при Hardcore Fighting Championship. Парни прошли уже по 2 боя. Голыми кулаками доказали свое право быть в числе 16 сильнейших бойцов 2-го сезона. Запоминайте их, это новые звезды нашей лиги и кулачных боев в целом. Ну что, первый бой. Салют, парни. Как настроение? Все отлично. Тебя окрестили уже заочно главным трэш-токером лиги Hardcore Fighting Championship. Твой кипиш с вызовом, Лендруша. Где ты учился? Я там преподавал, поверь мне. Ты там даже ты не далеко, был. Ты далеко, ты далеко. Где я учился, поверь ты там мне, даже не я был. Я очень многое прошел. Нет. Я ты там даже не был, где я учился. Вот где я был, ты там никогда не был и не будешь. Потому что ты слишком, тебе 18 лет, а ты уже такой высокомерный. Я не высокомерный, я просто знаю, уважай что старших, я могу. Уважай старших, и... Ты я еще, уважаю. Ты еще ничего не добился, и ты уже многое говоришь. Я многого добился, я такие вещи не говорю. Так что сначала научись. Ну, твое дело, говорите мне. Я хочу, я говорю. Я говорю, ты со мной даже одного раунда не потянешь. Это какой-то фарс, чтобы обратить на себя внимание? Или ты реально считаешь, что ты готов биться с человеком, с чемпионом мира по боксу, у которого рекорд 10-0, это, к слову, о том, какого уровня бойцы дерутся во 2-м сезоне хардкора. И здраво ли ты оцениваешь свои амбиции? Вот что касается по поводу Лендруша, так это он же мне кинул вызов. Он же первый мне сказал, ты мне не пройдешь, ты я здесь. Это вопрос к Лендрушу, почему он сделал мне вызов. Все случилось так, что когда он выиграл бой моего, он выиграл моего земляка, и мне просто не понравилось его поведение изначально, когда он после боя там себя неправильно вел. И в этот момент, когда он там начал микрофон говорить, что он там всех пройдет или что-то такое. Я сказал то, что Никулина вызывай на бой. Ну, там что-то такое было еще насчет гран-при. И мне Эд говорит здесь Лендруш, наверное, он будет не согласен с этим. И мне пришлось ему сказать, что ты меня не пройдешь. Ну, такого не было, что я ему вызов кину. Если гран-при нас сведет, так сетка сведет, конечно, мы с ним подеремся. А так мне с ним нету интереса драться, потому что, знаете как, вот когда вторые бои были у нас, он за 2 пары до меня подрался, и там в зале гул был. В этот момент я разминался, его бой не смотрел. И мне подошли и сказали, что он тебя вызвал на бой в жесткой форме. И мне показалось, что он меня так вызвал. А потом, когда уже выпуск вышел, я увидел, что он меня не вызывал на бой. Он мне просто удачи пожелал и сказал, что если сетка сведет, мы с тобой подеремся. Из-за этого я хочу сказать, что я там, когда на него так чуть-чуть грубо наехал, это было из-за злости, потому что мне не ту информацию донесли. А так я к нему негативно не отношусь. Я ему тоже лично подходил, говорил, что он мне приятен. Если нас сетка сведет, пусть выиграет сильнейший. Это голые Слушай, кулаки, это случае, не бокс. Боксе, по боксу, я уверен, что в гран-при я любого здесь выиграю по боксу. А насчет голых кулаков здесь чуть-чуть другое. Здесь любой удар шальной может попасть, и все, на этом закончится. Уже в любом случае... У меня есть желание драться против тебя. Неважно, как мы с тобой общаемся, за камерами, на камерах. В любом случае, это противостояние уже зародилось, и я уже хочу драться против тебя. Подожди, я тебе так скажу. Если, ну, я не запрыгиваю за спину своего соперника, потому что у меня хороший соперник, Короче, достойный. Короче, одну секундочку. Давай. Это все то, что скажи, я доскажу, пока ты там приготовь, Давай. Что ты готовил. Нурик достойный соперник, я за его спину не прыгаю. Если так получится, что Господь пожелает, и я выиграю, и ты выиграешь, я бы хотел, чтобы следующие бои меня свели с ним. Я согласен. А если, например, ты не пройдешь гран-при, или я слетел, мне с тобой неинтересно драться, потому что если я тебя выиграю, будет хейт. Я тебе проиграю, тоже будет хейт, так что мне это неинтересно. Лендруш, это все, вся история известна уже. Короче, дружище, смотри, ага. Тебе подгон, вот этот кетч. Ты возьми. Слушай, знаешь что, вот ты птеродактиль, да? Как тебя Анаконда назвал курицей. Постой. Этим кетчупом я приправлю тебя, ты понял? Это специально для того, курицу, что... Тебя курицу, это, ты понял? Это специально... Ты присядь, я тоже сяду, понял? Ну, ты иди присядь. О. Ты возьми. Ты специально этот кетчуп принеси с собой. Неужели, да, интересно, для чего этот кетчуп, да? Да, потому что ты настолько человек неприятный, значит, и невкусный.
Без этого кетчупа нам просто будет не обойтись, дружище. Слушай, вместо кетчупа будет твоя кровь на лице, ты понял? Кетчупа залетела. Может быть, не обойдется и без крови, как бы, но все-таки намажься, пожалуйста, им как следует. Я намажу тебя твоей кровью. Смажь все там себе как следует. И будем драться с тобой. Ты громко реально заявляешь о своих амбициях, но птеродактиль, он реальный рубака. Он реальный рубака. Вот, прикинь, он тебя просто остановит на пути. Слушай, ну этот рубака бьет не пойми куда, не пойми как бьет. У него нету ни технического арсенала, ничего. Я просто перейду его, перееду. Но он прошел уже двоих оппонентов. Молодец, молодец. И причем одного из них, там какого-то, может быть, не титулованного, но профбойца ММА, он реально его просто перерубил. Попадания сейчас были от Теродактиля, и кажется, в очень плачевном состоянии Ваня сейчас. Ух, как жестко сейчас приходится. Оу! Сергей попадает и забивает сейчас Ваню. Физухой, ударами он его перерубил объективно. Ну, парни были, видимо, без характера, которые дрались против него. Со мной а с кем такое ты не дрался, у них характер был? У твоего друга был характер? У какого друга? Это не мой друг. Это не мой друг, а он мой земляк. Земляк, он сказал. Это земляк. Мой земляк. У него был характер? Это не мой друг. Нет, я считаю, что не было, потому что это, он, слушай, это вопрос, после уже это, удара это он уже сломался. Я пропущен. Выхожу на бой, у меня есть характер, я выхожу на бой против них драться. Ты если еще не выходил с таким соперником, как проблемы. Я, как Захар, мы как с тобой еще скоро много, встретимся, Амхат. Так мы с тобой встретимся. Братан, если ты не пройдешь гран-при, мне с тобой встречаться не надо. Мне с тобой неинтересно драться. А мне, ты не моего уровня драться. Совсем вообще. Мне понимаешь, интересно, тебе драться. Интересно, ты тогда сам, добейся ты чего-то. Сам ты же вчера добейся, добейся чего-то тогда. Лен, тогда ты вчера в прямом эфире говорил, давай я договорюсь, чтобы наши пары развели. Я сказал, свели. А, вот, да, кстати, ты мне напомнил. Ты передумал? Вариант, чтобы мы, вот, почему вы меня ставите с хорошими соперниками? Нурик достойный соперник. Александр, включайте. Нурик достойный соперник, который спокойно может и до финала, до полуфинала дойти. Почему вот ему даете вот более таких соперников, а мне даете жестких. Понятно, что у меня бэкграунд лучше. Но почему ему даете вот... Не, Лендруш, вот... более таких... Давайте вот ты обесценил сейчас Теродактиля. Поменяем. Он же выиграл. Давайте поменяем. Я с ним прям смотри, готов в субботу подраться. Ты готов в субботу драться смотри, со мной? Я... Подожди, погоди. Кирилл, ты готов в субботу смотри, драться? Смотри сейчас, что я тебе на это отвечу. Ответь. Я готовился именно к Теродактилю. Я, буду я тоже готовился к Нурику. Но, дружище, но дружище, смотри, что я тебе говорю. Подожди, сейчас я не с тобой разговариваю. Ты, но подожди, что я тебе хочу ты сейчас играть? Готов в субботу со мной подраться? Это же голые кулаки. Я могу с тобой подраться, но против Теродактиля в ту же субботу. Против кого ты готовился, дружище? Нам вообще за день говорили, с кем будем драться. Вам за день сказали, мне за две недели. Я говорю, в субботу ты готов? В первом сезоне Нурик. Ребятам говорили за день, Нурик. С кем они а, будут драться. Да, это хорошо, правда. А хорошо, я с тобой да. Готов со мной подраться в субботу? Я готов подраться сначала с ним, а потом с тобой в один день. Ты понимаешь, что такое не организует? Я тебе говорю, готов поменяться Нурик я с ним, тебе, а я с тобой? Нет, не готов, не готов. Я тебе объяснил, все понятно, почему. Короче, потому что я готов мне. К Теродактилю. После него я готов драться с тобой. После него ты уже не будешь драться. Слушай, но ты... Скорее, респектнул тебе чемпион него. Мира. Скорее, WBC. Ты после него не будешь драться. Скажи, ты чемпион мира по кикбоксингу, но по юношам. Кубка мира, по юниорам. По юниорам. А почему ты КМС по кикбоксингу? Если вот, я, да, вот да, это мой следующий вопрос. Я потерялся был. С документами. Я не знал, то, что надо собирать документы, просто потерялся с документами. Но ты КМС по кикбоксингу? КМС. Это подтвержденная история конечно, с книжкой, конечно, со всеми делами. Конечно. Так, окей, можно хорошо. Один момент? Он по кикбоксингу чемпион там мира и еще чего-то, да? У меня лично был опыт. Я вообще в лесу работал. 2 месяца на тренировке не ходил, понял? Нету тренера, звонит, ты, говорит, есть вариант подраться, говорит. Посмотри. В лесу работать, нет, я тебе нет. Скажу, это тоже еще да. Те тренировки. Я говорю, а кто соперник? Он говорит, кикбоксер. Я говорю, хорошо. Он мне перечисляет, я выхожу на бой. Я прям с леса приехал на этот бой, прям туда. На этот. Выхожу на бой, его объявляют мастер спорта по кикбоксингу, мастер спорта по боксу, чемпион Азии по кикбоксингу, короче. Чемпион, трехкратный чемпион Казахстана по кикбоксингу, все дела. 1.5 минуты он? Я человеку выиграл. А, ты выиграл? Да. Я к тому, что это разные дисциплины. Он человек, вот этот, который со мной дрался, он в кикбоксинге хорош, не спорю. Но это уже другая стихия, он пришел в мою стихию. Он по кикбоксингу, может, хорош, но он хорош по боксу. Еще я замечу один момент в его в речи. То, что он сказал по боксу, он выиграет. Он не кричал, как он, а вырубили еще что-то. Он не кричит об этом, а говорит о его скромности, о воспитанности, человек, понимаешь? Он говорит, я по боксу, говорит, любого говорит, выиграю, я уверен. Но он не кричит, я там нокаутирую любого, там проеду, понимаешь? Но пока автор самого быстрого нокаута Кирюха. На кулачном боях навряд ли его перебьют. Сидит слева я от нас. Навряд ли это нокаут.
Ну это только останется вот это тебе памяти, и все, больше ничего не будет. Да, еще не останется память, как я выиграю тебя. Есть такой вариант, соперника его вызвать на бой. Ну вот гран-при пройдет, как все решится, никто не знает. После этого, чтобы чисто гипотетически доказать, что это ничего, соперник ему не соперник, я готов выйти с этим соперником бесплатно и нокаутировать его. Слушай, за 10 секунд просто с первого удара. Но ты прям вот уверен в том, что ты говоришь? У него да. не, ну, у него не самый... Ты посмотри бой его соперника в первый день отбора. Посмотри. Ну там ему равносильный соперник. Точно так же, всем же равносильных соперников выбирали, понимаешь? Но в этом ситуации я уверен, что ему дали просто неравносильного соперника. И тут еще момент такой, они сразу в размен идут, в размен идут, и сразу ему повезло, тому не повезло. Нет, погоди, тут не вопрос везения, я просто знал, что он будет, я просто знал, что он будет делать, я поймал его на движении, я запланировал эту атаку. Вот этому милому лицу ты еще жесткий удар не пропускал, понимаешь, если ты жесткий удар пропустишь, ты уже сломаешься, ты уже ничего не сможешь сделать, твой дух уже пропадет. А ты попробуй попади по мне, попробуй попади. Я тебе сразу же попаду, ты что? А ты просто попробуй. Ты что, прикалываешься? Ты машешь. Мне нравится, как он газует. Я 13 лет спорю. Слушай, ты машешь и пойми куда. Твои удары, ты нету, смотришь, нету, вообще нету, в пол смотришь, твои удары нету. Куда летят? Зато они попадают. Куда зато попадают? Они скажи, ты куда? Ты свои ноги видел? За... Ты вроде кикбоксер, но на ногах не умеешь слышишь, двигаться. Куда твои удары попадают? По воздуху они мух какого убивают. Какого воздуху? По они твоему лицу точно твои попадет. Удары. По твоему милому говоришь? Лицу, действенному вот этому милому лицу точно попадет. Слушай, ты вот за два боя попал всего два акцентированных удара. Один по Амхаду, он выдержал этот удар. Второй ты попал по парню, который уронил. А ты что сделал? Что? Ты что сделал? Смотри, я вырубил двух людей. Кого ты вырубил? Твоего товарища, земляка. Не товарищ, земляка. И парень. Я не знаю, ты кого мне дала лига. Вырубил? Кого мне дала лига? Ты знаешь, лига? Что мой земляк сломанной рукой с тобой вышел? Это его проблемы. Это его проблемы. Как он вышел? Хорошо. Это его проблемы. Когда ты выиграешь достойного соперника, настоящего мужчину, тогда уже говори. Пока ты еще не выиграл достойного соперника. Пиродактиль, настоящий мужчина. Если он выиграет, реально тебе, но рубится как тигр. Я с ним в парах стоял. Он к нам на спарринге приезжал, я с ним в парах стоял. Он очень неудобный. Да? Он проблемы создаст. У меня один вопрос, Кирилл. Вот если, допустим, ты встретишься с Лендышем, упадешь в глухой нокаут, что ты скажешь потом? Такого не будет. Ты готов нет, сказать чисто, на камеру, что ты за свои слова не отвечаешь? Отвечаю за свои слова. Нет, если ты от меня нет, упадешь. Нет, я уже чисто гипотетически. Нет, подожди, хорошо. Если ты не сможешь хорошо, выиграть. Тогда вот послушай. Смотри, если ты не сможешь меня нокаутировать, и как ты кричал послушай, на этой конференции, что с легкостью меня выиграешь. Я это не кричал. Ты сказал, что с легкостью я меня выиграешь. Я сказал это, да. Ты сказал с легкостью я выиграешь. Это сказал. Вот, если ты меня не с легкостью выиграешь и проиграешь от меня, ты готов сказать, что ты за свои слова не отвечаешь? Подожди, это готов бой, сказать, в бою я может тебя случиться отвечаю. Все, что угодно. Я с тобой ты, разговариваю. Ты сам, я тоже с тобой разговариваю, я что, ну, к нему обращаюсь? Ну, ответь на мой вопрос тогда. Я ответь. Тоже с тобой разговариваю сейчас. Ты не отвечаешь на мой вопрос. Ты не готов со мной в субботу драться, ты сейчас не отвечаешь за свои слова. Я готов вчера, драться в субботу, вчера, но после вчера эфире, вчера в прямом эфире я тебе задаю вопрос. Так с легкостью ты меня выиграешь? Ты не отвечаешь на этот я вопрос. Я тебе ответил, получается, что я тебя выиграю. Получается, что ты за свои слова послушай, не отвечаешь. Послушай, ты я тебе ответил, что я тебя выиграю. Неважно, с легкостью, не с легкостью, я тебя выиграю. Ты вот мне сказал, что нокаутируешь, Лёха. Нокаутирую, вам не кажется, что такое уже гран-при уже интереснее, как бой вечером? Уже а если матчмейкер все-таки поменяет? Слушай, скажи, пожалуйста. А если матчмейкер все-таки поменяет пары? Поменяется в каком смысле? Типа нас не, менять уже поставить? Точно ничего не будем, Мухаммед, думаю, да, за несколько, думаю, за несколько дней до боёв. Я такого делать не будет. Это же все никак не профессиональная лига. Сделаем попозже. Парни, побеждайте в этих своих парах, и следующий бой вы гарантированно встречаетесь. Все, добро. А, да? Да. То есть, если они выигрывают, то они встречаются в следующем круге? Меня это устраивает. Если они нравится. Выигрывают? Если, вы, если они выигрывают. Ну, раз такой биф начался, я не обесцениваю соперников ни в коем случае. Но если у вас есть такая мотивация встретиться друг с другом, проходите своих да текущих нет, оппонентов. Брат, это все пустое. Да, вы так пиродактиля скинули вообще просто из разговора. Я говорю, я не обесцениваю соперников. Это уже мотивация для них. Проходите, прикладывайте к этому усилия, и следующий круг вы увидите друг друга в ринге. Отлично, я рад. Слушай, скажи, ты вчера сказал, что вырубишь еще и Амхада. Да, смотри, я сказал, я бы хотел этот бой, если бы этот бой состоялся, я бы его вырубил. И сказал бы Лендрушу, что он должен был сделать с Амхадом. Ну, выиграю, пройду. Я говорю, с легкостью ты не отвечаешь. То есть ты не отвечаешь за свои слова уже. Я сказал, я тебя выиграю. Ты сказал, с легкостью пройдешь. Я сказал, я у тебя спрашиваю, ты меня с легкостью пройдешь? Ты говоришь, я тебя выиграю. Выиграть и с легкостью пройти – это разные вещи. Ты же сам прекрасно знаешь, что выиграть меня – это нелегко будет. Ты же знаешь, что я отморозок. Я же армянский Тайсон. А я русский Тайсон, ладно, хорошо. Я русский Холифилд, ладно? Я русский Холифилд, ты будешь Кличко.
Договорились? Я руки полечил, хорошо? А будешь со мной рубиться? С удовольствием. Я вот так сказал. То есть я сказал, я бы хотел это. Ты выстраиваешь. А парни, он вас всех готов перерубить, походу. Он если он меня красава, вырубит, Амрада вырубит, получается, он и Захара вырубит, и Хамзата вырубит, и всех пацанов, кто в гран-при дерется. Ты, получается, всех вырубишь? Я не говорю, выходит, что всех так. Подожди, я не говорю. Получается, если ты меня, Амхада, вырубаешь, получается, мы самые слабые, что ли, в гран-при? Я не знаю, может, просто... Я не знаю, ты как себя оценишь? Ты самый слабый в гран-при? Люди меня оценивают, я себя не оцениваю. Самым своим лучшим с ней это не сможешь сделать. Ну а мы посмотрим в жизни, и тут никакой не сон тебе. Мы посмотрим это в жизни. Парни, я согласен с позицией Саши, что только время рассудит ваши слова и ваши амбиции. А пока давайте на Стардаун. Я реально говорю, что ему еще нужно пройти птеродактиля. Этот рубака себя еще покажет. Покрути на него. Попадания сейчас были от птеродактиля, и кажется, в очень плачевном состоянии Ваня сейчас. Пиздец, блядь! Руки пожмете? Красавцы. Ну что, переходим к следующему противостоянию. Захар Езид Амаи, Арби Голден. Исраилов. Захар, твои слова про то, что ты не будешь биться с Лендрушем, разлетелись по всем бойцовским пабликам. Есть ли еще в лиге оппоненты, с которыми ты не будешь драться? А то, может, уже и смысла выступать дальше нет, да? Да, вот многие в комментариях именно это и писали. Блин, ребята все красавцы, молодцы. Со всеми общаюсь, со всеми дружу. Такое братская дружба со всеми. Не хочется на всеми руки поднимать и так далее. Хорошие ребята, дай бог им всем здоровья. Ну, посмотрим. Как Богу понравится, так и все будет, ребят. Что поделать? Вот, я только хотел сказать. Что поделать? Знаешь, вот Кирюха у нас это образ джентльмена, да, лиги. Ну, кто там, Никулин, вот уже Кирюха, да, занимает его нишу, образ трэш-токера. Есть там какие-то спокойные, типа Бодров, да, один из самых спокойных бойцов. А вот Захар, это, мне кажется, знаешь, самый светлый боец нашей лиги. Вот он прям, он излучает какой-то... Солнцепоклонник? Да, он излучает. Сразу видно. Он излучает прям какой-то вот свет такой яркий, добрый. Пока не начинает бить. Да, да. Потом свет он излучает, но уже от ударов между глаз у тебя. Лучи солнца прилетают. Все с Божьей помощью, все с Божьей помощью. По-другому никак. Затмение, говорит, луна придет скоро. Брат, солнце тоже пойдет, и луна тоже пойдет. Поверь. Всему свое время, конечно. Согласен. Ринг покажет. Ринг покажет, кто есть кто. Ему только виднее, кто выиграет, а кто проиграет. Наше дело, что выйти, свое дело сделать, и все. Безусловно. Захар, в прошлом твоем поединке были видны проблемы во втором раунде, да, с функционалом. Уже с 1-8 у нас будет 3 раунда. Да, знаю. Ты готов? Конечно. Все, исправил ошибочки? Конечно, конечно. Поработал? Вот, тренировался с братом, вот, с Лендрушем, месяц в Москве, конечно. Готов полным ходом, прям конкретно. Арби, ты воспитанник Мухаммеда Калмыкова. Мы знаем, что перед боем за несколько недель он запрещает тебе... даже видеться с девушками. Я вообще не вижусь. Как он вообще влияет на твое становление как бойца? Ну ты жесткий, Мухаммед. Мы вместе тренируемся. У меня есть свой тренер, свой клуб. Мухаммед приходит, вместе тренируемся. Дает дополнительные уроки, подсказывает, как, ну, на голых кулаках, как надо драться, как правильно бить. Ну, свои фишки показывает, что надо делать. У тебя какая база? Улица. Улица? Да. Ну, ты занимался чем-то, единоборствами? Занимал для себя так. Вот. Выступал вот в панкратион, боевой самбо. Посмешки? Да, выступал, но для себя, чисто для опыта так. Угу. А так, основная улица. Мухаммед, ты видел бои Захара предыдущие? Да, как видел. Как ты оцениваешь шансы своего подопечного? Он не выходит туда проигрывать, это однозначно. Он такого волевого парня я никогда не видел. Выносливого. У него шансы есть. В целом, на 80% оцениваю его. Арби, какой у тебя вес? У меня 81 сейчас. Да. 81, а у тебя? 81. А, 81, вы в одном весе? Да. Круто. Оба круто. Хорошие бойцы, оба покажут там зрелищный бой, закатят. Я не то, что его недооцениваю, я уверен в своей победе 100%. И в любом случае там тяжелый удар будет, не будет сечка, там бой, чтобы не остановили до конца. Я сам убедился, полевой порог у него там на минималке. Я, пусть там наглухо, пусть. У кого-нибудь затмение будет.
Ринг покажет, за... да, все без с проблем, да, без предыдущем проблем. Турнире мы там зашли в ринг поспринговаться, прочувствовать ринг. Я ему вывихнул палец, и он с такой травмой выступил и выиграл. Позавчера я ему нос, вот как видите, я не знаю, что с ним носом, но... Подретушировал чуть-чуть, да? Да, чувствую. Придал бойцовского облика. Понятно. Парни, ну что, успехов вам в этом бою. Давайте на стардаун. Давайте. Ты там трещина минимум. Всегда такая травма получается. Работа с первым номером. Раздергивает, поддавливает, прессингует. Оооо! Да, что? Хорош. Ого. Хорошо. Ну и переходим к следующему противостоянию. Наверное, одному из самых ожидаемых лично мной. Это Амхат Нохчин, Джон Чураев и Ильнар Хантер. Ишимбаев. Поприветствуем, ребят. Хороший бой будет. Слушай, мне сказали буквально там вот перед конференцией, что ты профбоец ММА, и что у тебя была жесткая травма лица. Чуть ли не половина лица ушла вовнутрь головы. Был пропущенный такой удар. Пропущенный? Да. Это КамАЗ или с кем ты дрался, скажи? У вас два пропущенных, да? Да, просто за сутки до боя на замену вышел. Согнал 10 килограмм и сделал очень глупую ошибку, чтобы уйти от удара руки, сделал кувырок вперед и на выход, ну, когда вставал, поворачивался и на встречу с ноги получил. И прям перелом такой хорошенький был. Я один раз видел в прямом эфире Беллатора, это бой Майкла Венома Пейджа и Киборга. Сайборг пошел Веном Пейджу в ноги, и он сделал ему flying knee, и у человека вломилось... Половина черепа, вот просто размером с колено, черепная кость ушла внутрь, вот туда, в мозг. Это был, конечно, пиздец. Ну, все, что нас не убивает, делает нас только сильнее. А кость там, где ломается, она становится еще крепче. Или пробивает нас еще сильнее. Нет, у меня сотрясения даже не было после такой травмы. И причем, что я сразу же встал, и у меня даже голова не кружилась. Просто перелом, ну, как обычное дело. Амхат, мы тебя рады видеть в нашей лиге. Ты действительно показал нам, ну, просто лютейшие бои. Тебе пожелаем без травм и показать красивый бой. Ну и переходим к твоему оппоненту. Ильнар, у тебя, насколько я знаю, есть свой регбийный клуб в городе Ишимбай. Что жестче, голые кулаки или регби? Ну, давайте я немного сам расскажу о себе, аудитории хардкор. Я Ишимбаев Ильнар из города Ишимбай, республики Башкортостан. Меня спрашивают, вот, я как все нормальные парни работаю. Работаю инженером по бурению в нефтегазовой отрасли на объектах Западной Сибири. Ничего так что себе. В какой-то степени нефтяник я представляю, каким-то лицом сейчас являюсь. Коллеги меня уже уважают, давно знают. Это распространяется там среди вот, объектов нашей на Сибири. А вот. Какая компания? Ну, моя работа на объекты, на луковские объекты, фирма подрядная, СПП развития. Угу. Вот. Также у меня очень мощная, сильная поддержка регбийного сообщества в городе Ишимбай. Я не являюсь его основателем, я являюсь... сооснователем и основным игроком, основного состава. Там тоже потенциал травм очень высокий, пациенты постоянно с стечками, там травмы, ноги ломают. И этот, ну, хардкор в приоритете сейчас, гран-при. Такие хардкор дела. В приоритете, чем нефтегазовая отрасль? Нет, чем регби, потому что я несколько игр пропустил. А чем регби? Да. Но... Смотри, у него есть приоритеты важнее. У меня на данный момент я оставил все. Работу, гулянки, друзья, посиделки, все. Даже газированные напитки, энергетики, от всего отказался. Это о том, о чем говорит. Он говорит, еще поддержка у него есть мощная. Но его поддержка ничего не значит по сравнению с тем, что у меня весь Казахстан за спиной, поддержка. Часть Москвы, Северного Казахстан вы за спиной или нет? Дайте флагов в комментариях. Я тебе говорю, там бешеная поддержка, нереально. Так что в этих приоритетах я плюс и, ну, я как бы ближе к победе в данной ситуации. Ну, я смотрю, ты смел, значит, и пулю съешь. Ну, что, бой покажет? Бой покажет, говорю. Бой и такое... будет интересно. Ну, да, выходить, знаешь, не вашей поддержки, выходить вам двоим в ринг. Краш-тест в духе регби как бы, ну, будет, да, понимаете? Будем стараться. Будет очень интересно, очень жаркий бой.
Кстати, этот, один момент, у меня, короче, есть этот, допинг один. Это вам. Да. А вот у меня есть два брата, за которых я еще болею. Это провокация. Это допинг, раз. Это... Благодаря этому шоколаду Полье выиграл у Конора, так что, пацаны... Благодаря вот этому шоколаду? Да. Посмотри там этот... Казахстанский премиум Милк. У нас интеграция в конференцию стоит 1 000 000 рублей. Это не реклама. Хардкору ничего не надо. А вот бойцу пришлите денег по красоте. Он вас хорошо синтегрировал. Я думаю, Казахстан сейчас сметет вас с прилавков. Поэтому долю пришлите парням на тренировочки, на залы, на бинты. Мне кажется, под тульский пряник вообще зайдет нормально. Тульский пряничек, родные, простите, вы наше все. Но правда, интересный дизайн у шоколадки. И наш боец принес. Я думаю, в силе бренда тульского пряника ни у кого сомнений нет. А это, может быть, тульский пряник и купит сейчас этот казахстанский шоколад на всякий случай. Чтобы к выходу выпуска уже все было в объединенных кондитерах. Тульский пряничек вам от души, как всегда. Слушай, но регби, американский футбол, это же самый травматичный вид спорта в мире. Самый травматичный. Более травматичный, чем бокс. Самое большое количество посттравматических заболеваний головного мозга. Самые тяжелые сотрясения. Это все регби, американский футбол. И, конечно, это закаляет прям очень люто. Кстати, как ты сказал, называется компания, где ты работаешь? Вслух на камеру. СПП Развитие. СПП Развитие. Так тоже что... пришлите человеку денег. Вас тоже сейчас отрекламировали. И Лукойл тоже про вас вон сколько хорошего сказали. У вас сотрудник и в Лукойле умудряется работать инженером. И на хардкоре драться. Ну, слушайте, это просто лучший джоб офер на рынке. Кстати, парни, не стесняйтесь приходить в майках каких-то ваших спонсоров, которые не пересекаются со спонсорами хардкора на конференции. Да, если какая-то монета прилетает вам с этого, вообще welcome, без проблем. А у меня вопрос такой. Смотри, Самбрусу и Калмыкову дали бонус за лучший бой. Да. А будет ли мне какой-нибудь бонус за самый быстрый нокаут в Лиге Хардкор в истории кулачных боев? Блин, 100%. Держи, брат! Нет, подожди, это для него подарок. Братик, давай мы тебе выпишем бонус. На старте такой нежный, пока небольшой, тридцаточку за нокаут вечером. Я вам создаю историю. Да, просто она для старта ушла. Историю в первую очередь ты создаешь себе. Для себя. Но, да, но в вашей лиге я развиваюсь вместе с вами. Мне кажется, история скоро закончится. А у вас какая-то вот группировка. Ты, Лендруш, Хамзат и кто-то четвертый. Еще вы его как-то это самое чуть-чуть... Даже картинку я видел какую-то жесткую. Это не вы сделали, да? Это аудитория сделала. Я такими вещами не занимаюсь. А, я не делал, я просто присутствовал. И Захар как раз, да. Что я хочу сказать, кстати, по этому поводу? Да. По этому поводу хочу сказать то, что ребята ведут себя как взрослые мужчины, они показывают пример, но вот Амхат говорил то, что к нему парень обратился, можно ли выложить эту фотографию? Ты дал добро свое на это. Но он представил тебя в роли насильника, по сути. Почему ведь насильник? Потому а что, подожди, было? Потому что... А ты знаешь, подожди, стой. Ты знаешь продолжение фотографии? Что там вообще по идее должно быть? Я сейчас спалюсь, но там все было, ну... В историческом этом видео все было по согласию, там насилия не было. По согласию было? По идее, это маленькая девочка. Да. То есть вы не против того, что вас представили вроде в роли порноактера? Это прикол, это же прикол. Я понимаю, что это прикол. Подожди, я понимаю, что это прикол. Но вы себя ведете как уважаемые люди, к вам должны проявлять уважение. Вот эта картинка, мне кажется... А ты что, думаешь, от этой картинки уважение наше пропало, что ли? Мне кажется, подожди... К тебе уважение пропало, потому что ты на всех гонишь. Того вызову, этого нокаутирую. А как я гоню? За свои слова не отвечаешь. С чего это не отвечаю? Я тебе уже сказал, с чего. Я говорю, что я вырубаю, людей. Знаешь, как старший твой брат постоянно тебя учу чему-то. Я уже устал. Я своего младшего брата столько не учу, как тебя уже надоело. Вот лучше своего младшего брата тогда учить. Мне не надо такие нравоучения говорить. Мне это не надо. Это кулаки, это не языки, братан. Да, хотя бы достойную конкуренцию этому тигру, пожалуйста, и все. А потом уже, если ты ему достойную конкуренцию дашь, тогда я... Я достойную конкуренцию дам ему. Нет, я не уверен. Да, я уверен. Послушай, не забегай вперед. Я вот тебе какой раз говорю, ты молодец. Ты развиваешь себя, трэш-точишь, бросаешь вызовы, но... сконцентрируйся на своем предстоящем сопернике. Поверь, вот он сидит, мило улыбается, но у него пи***.
пиздец, как плюхи летят. Я его бой два раза пересмотрел только на монтаже. И поверь, он очень непростой. Парни правильно говорят, очень неудобный тип. Я согласен с этим, да. Я готовился к нему. Поэтому настройся, не распыляйся. Вот хочешь, я тебе совет? Тебе сколько, 18 лет? 19. Ты знаешь, кого ты сейчас должен пытаться съесть? Лендруша ты не съешь. Это все, это пробитый, тертый калач. Понимаешь, его не перешагнешь. Ты вот кого должен сейчас сидеть деморализовывать. Вот кого ты должен сейчас сидеть, давить, пушить его. А? Ты его нокаутируешь? Я его выиграю. Не знаю, бой покажешь, нокаутирую, нокаутирую. Ты же вчера говорил, что скорее всего, нокаутирую, да. Нокаутируешь. Потому что я вижу его ошибки, какие у него ошибки. Я знаю, что будет делать. А ты свои ошибки видишь? Да, вижу. Я работаю с своими ошибками. Пусть бабки вставить, если не нокаутируешь. А ты ставишь свои бабки, если не нокаутируешь? Не понял. Свои бабки ставишь, если не нокаутируешь? Нет, подожди, это бой. В бою может быть все, что угодно. Тогда не говори. Но, подожди, ты заряжаешься на нокаут в бою. Я заряжаюсь, любой боец заряжается на нокаут в бою. Так же, как и я заряжаюсь на нокаут в бою. Так же, как и он. Все хотят. Все да, хотят вырубить соперника, да, так же, как скажу. И я говорю, я вырублю. Подожди, раз ты говоришь, что в бою может все, что угодно быть, тогда что ты такими громкими словами кричишь, что ты с легкостью пройдешь, нокаутируешь, вырубишь? Потому тогда что не говори такие слова, раз да ты я не уверен в себе. Слова. Я работаю над тем, чтобы нокаутировать каждого Малыш. Своего соперника. Бронсон, ты послушайте, сейчас должен у нас, да, послушайте, у нас присутствует здесь вообще здоровый отец наш. Давай разложи нам эту ситуацию. Лендруш, твой близкий. Я знаю, ты ко всем пацанам в лиге на ровном относишься. Дай свой комментарий уже. Все, не молчи. Ты наш соведущий. Что сказать? Человек молод. Ребята уже знают многие, что кто-то вот делает трэш... Трэш-ток. Трэш-ток, да. Так. А я делаю трэш-треки. Трэш-треки. То есть я рэпер, я читаю рэпчик, пацаны, и записываю... Ну, это мы слышали. ...на всех своих оппонентов. Юморески, так сказать, бифы в стиле versus battle. Вот. Так, и на Кирюху сделал? И что? На Кирюху сделал? Да, и, соответственно, ты можешь зайти посмотреть на мою страницу. Давай, пару строк. Пару строк, давай, поехали. Птеродактиль, моя сущность, это не просто кличка. Устрою в ринге ужас, чё отдыхает Хичкок. И два моих крыла, это два брата Кличко. Мне кайф сожрать тебя, и лишь бонусом наличка. Слушай, пой дальше, придумывай дальше песни, а я буду дальше тренироваться и побеждать. Красавчик, брат. Ты пока только разговариваешь. Я уже хочу эти бои. Ясно. Ладно, давайте вернемся все-таки к противостоянию, которое мы обсуждали. Ильнар, твой прогноз на бой. Ну, война план покажет, но рассчитываю выиграть, конечно, протоптать себе путь. Следующий этап в 1/4 и так далее, конечно. Как но... считаешь, как далеко продвинешься по сетке гран-при? Вообще хочу отметить, тут все тут забыху долбятся, там уже колеса зимние друг другу покупают. Никто про лямы, про полмиллиона не говорит ничего. Я, наверное, заберу себе, да, если дойду. Все прям вот это вот. Потому все? Никто не заикается про полмиллиона, все хотят бэху. Все хотят бэху, безусловно. Да. А если что, я заберу, потому что она полтораху заберу, если что. Полтораху нет, ты заберешь либо лям, либо 500. Нет, если займешь второе или третье место. Пацаны же забили чисто на бэху им надо. Пусть но поверь, вот тигры, которые здесь сидят, они также смотрят и на эту бэху, и на этот лям, и на эти 500. И тигры, которые сейчас придут, вторые одни восьмые. Я тоже на БМВ претендую, конечно же. Тоже, конечно, но тем не менее, никто не упоминает про пол лям и про миллион. У тебя до ляма еще преграда очень хорошая есть. Да? А твои какие амбиции? Мои амбиции такие, что бой не продлится полностью до конца, потому что я готов отдать себя полностью. Либо меня вырубят, либо я его вырублю. Крутые вы парни! На стардаун! Из синего угла Амхат, Казахстан! Хантер Кишимбаев! Да нормально. Что? Бля, проебал этот момент, придется на видео смотреть. И руку пожал. А бой покажешь, что-нибудь. Во мне течет башкирская кровь и говорит башкирский дух. Любите и жалуйте. Ильнар Хантер Кишимбаев. Аплодисменты обоим бойцам. Ну что, и следующее противостояние 1/8 финала. Лендруш. Леко Акопян, Нурадил император Алиев. Приветствуем, ребят.
Лендрис, многие считают тебя фаворитом. Сам ты себя фаворитом считаешь? Знаешь как, я уверен, что здесь каждый из, кто в 1/8 попал, себя фаворитом считает. Ну, это глупо думать, что ты проиграешь следующий бой. Я нацеливаюсь на победу, я тренируюсь с утра до вечера, я после боев, у меня травм нету, я пару дней отдыхаю и снова начинаю пахать, потому что у меня есть цель. Я с детства всегда, у меня такая привычка, я ставлю цель и стремлюсь к этой цели. Но это голые кулаки, от этого никто не застрахован. Любой может проиграть, может упасть, может пропустить удар, травму получить, сечку получить. Из-за этого, знаешь как, я не хочу запрыгивать за спину Нурика, потому что он достойный спортсмен, он достойный боец, очень с характером. Я его тоже изучил, посмотрел. Хороший у нас с ним бой будет, очень жесткий бой будет. Да, я тоже считаю, он очень крепкий. Большая находка второго сезона для нашей лиги. Ну, Родил, скажи, пожалуйста, мы знаем о тебе, что ты работал в красной зоне во время первой волны пандемии коронавируса, спасал людей. Расскажи с места событий, как это было и что тебя, в принципе, сподвигло пойти на такие риски. Всех приветствую. Пожалуйста. Так как у меня брат учится в медицинском, он меня с собой забрал. Идем, говорит, чуть дома сидеть. Идем поработаем, поможем людям. А сколько тебе лет? 21. 21? Да. В каком городе это было? Здесь, в Москве. В Москве? Да. Что в ваш функционал входило? Ну так вкратце расскажи. В основном занимались дезинфекцией зданий. Скорая приезжает, ты его обпрыскиваешь, пациента возишь и все. А деньги платились какие-то за это, да? Да, конечно. От 100 тысяч. Как оцениваешь свои шансы? Нацелены на бэху. Зря начинали, что ли, этот путь? Здравая история, здравые амбиции. Я думаю, как у всех здесь присутствующих. Парни, без лишних слов, я думаю, на стендап. У меня к нему только уважение. И скоро перейдете к делу. Поздравим бойца! Видимо, разрешение уже у Ленуши Куна! Тут же Масеев ответ от него! Вот от качели тошный боец из красного угла Лендруш Лека Академия! У меня есть один подписчик, у него реабилитационный период после перелома шейных позвонков. И он катастрофически теряет вес. И попросил подарок ему сделать худи хардкор. Давай мы вручим это худи ему на боях хардкора. Он может приехать как зритель? Он, по-моему, то ли в Сочи, то ли в Краснодаре где-то. Давай оплатим ему билет. Ну он совсем прям. Но я спрошу. Смотри, его, если его, может, если пусть сможет, прилетает. Это... Если так, то там не худи, а подари ему полный набор мерча и худаки, и майки, и шорты пацану. Конечно, слушай, что, какие спасибо вопросы? Большое. Да нет, хорош, вообще без проблем. По поводу мерча, братцы, новая коллекция на сайте. Все оформлено уже, платите карточкой прямо по форме. И в любую точку СНГ к вам выезжает наш мерч, вообще без проблем. Куча худаков, маек, шорт с надписью. Сейчас еще всякие там кулоны, цепи прикольные пойдут. Короче, welcome. Просто на сайте заказываешь, и к тебе это автоматически со склада ушло. Без проблем вообще. Вот вам и интеграция мерча, ссылочка в описании. Парни, вам спасибо. Осталось несколько дней до боев. Все входим в правильных кондициях, в хорошем настрое. Наши аплодисменты вам. И встречаем следующих участников 1/8 финала Гран-при. Ну, что делать будем? А что делать, брат? Мы даже в клуб не можем попасть. Стоп. Парни, вы не проходите. В смысле? Без объяснения причин. Что делать будем? Парни, сейчас что-нибудь придумаем. Йоу! Побеждайте официально и безопасно. А что это? Букмекерская компания pinup.ru.
Официальный легальный букмекер с большим стартовым бонусом до 30 тысяч рублей к первому депозиту. Переходи по ссылке в описании, активируй промокод HARD и забирай фрибет до 3000 рублей. Парни, проходите. Нет. В смысле? Без объяснения причин. Да ладно, я шучу, расслабься. А еще ты можешь поддержать свою любимую команду в долгожданном финале чемпионата Евро 2020 с надежной букмекерской компанией pinup.ru. Давайте поприветствуем студии следующей пары бойцов 1/8 финала «Новые звезды хардкора». И начнем с разбора предстоящего противостояния. Вячеслав Исаул Павлов, Константин Малес. Слушай, скажи, пожалуйста, а сколько тебе лет сейчас, Вячеслав? 34, вот через месяц 35 будет. А тебя не обидело, что твой соперник, ну, которого, к слову, ты все-таки прошел, называл тебя слишком старым в своих профайлах? Да нет, я просто, когда был в его возрасте, для меня тоже был человек в 34 года, мне казалось, ну, это уже мужик старый, то есть это я сейчас себя чувствую, то есть хорошо и так далее. А в его возрасте я его прекрасно понимаю. Для меня тоже, смотришь, ну, что мужик, он туда пришел, для меня 34 года тоже уже как пенсионер был. Что скажешь ему сейчас, после своей победы? Никогда нельзя недооценивать противника. Это точно. Слушай, есть какая-то история, в которой казачество помогло тебе выбраться с самого дна твоей жизни? Я окончил контракт, служил в спецназе ГРУ. Ну, и как ты в спецназе главного разведуправления служил? Так точно. В России или выездные были какие-то еще миссии? Понятно, не можешь говорить. Да, контракт кончался, то есть вот именно что, потому что часто были выезды, а у меня уже дочь, хотел перевестись, то есть в спортзал, а никуда, то есть там... Постоянно командировки. Уже как-то и жена, то есть, ну, окончил контракт и вернулся домой. Обещали, то есть, хотел остаться там работать. Угу. Ну, как всегда, друзья пообещают, приходи, мы тебя устроим. И не устроили. Устроился был в личной охране у одного фермера. Ну, и вот параллельно дали мне... Еще себе фермер с личной охраной. И параллельно, то есть, мне дали землю у клуба. То есть, я набрал ребят 10 машин, они таксовали. То есть, было нормально. У фермера так получилось... Жена молодая, то есть, и я так понимаю, когда все, кто на него работал, все стучали на него. Я человек преданный, ну, там так сделали, что я плохой, меня уволили. В один момент я потерял всю работу. На тот момент я снимал квартиру, у меня родилась вторая дочка. Как всегда же появятся друзья, которые, да, отдохни, расслабься, подкайфуй чуть-чуть. Ну, из-за этого пошли ругань, то есть, стал хуже, бросил спорт. И это продолжалось 3 года, я все ниже и ниже, то есть, уже... Даже слухи ходили, там, дом кончен, скоро сдохнет, там, чуть ли... Ну, слухи были, что я даже колюсь там, но там не было такого. Спасибо атаману, мы с ним так пересеклись, было время. Он, видя, что человек падает на дно, то есть пришел и просто мне предложил биться. Я ослабленный 3 года, то есть я ничем не занимался такой. Просто согласился, да давай, а что делать, значит, у меня уже с семьей были проблемы, развод был. Оставился, жил, можно сказать, я в машине. Поехал, то есть, ну, говорит, только завязывай. То есть, обманул первый раз, но отбился хорошо второй раз. Второй раз Бог уже наказал. Сломал руку в бою. В 19 году вот, сломал руку. А где ты выступал? Выступал в Воронеже. То есть были... Как у нас соревнования назывались? Мы проводили армейский рукопашный бой, только в клетке. И получается, уже был ослабленный, то есть и у меня ломается рука. И после этого, то есть я понимаю, он сказал, если хочешь помощь, то ты должен завязать. Ну и просто я пока... Лежал с гипсом, и он мне как раз показал первый сезон ваш. Я сказал да. Ну давай пообщаемся с твоим оппонентом. Да. Кость, правда, что ты чемпион Украины по боксу? По тайскому боксу. Расскажи, как давно завоевал этот титул и в какой форме сейчас пребываешь? Да, это было еще, когда мы были в Украине. Это был 11-й год. Вот. Потом перешли в Россию, начал выиграл UFO неоднократно. На Кубке России вторым становился, там 3 тяжелых боя провел, потом 3 тяжелых боя провел на чемпионате России. Стало обидно, ни поддержки, ничего не было, то есть, ну, как бы, реальные бои там закатывал, как бы, тех, кого я выиграл, там, по 2-3 раза, да, они там по 2-3 профбоя уже провели, а я сижу, как бы, смотрю, ну, через телевизор на них, а меня никто никуда не зовет. Ну, и стало обидно, и вот решил попасть на хардкор. Хардкор — это, ну, как я понимаю, такая площадка, которая, ну, как бы, я сам себя могу
с помощью хардкора как бы себя дальше продвигать. Ну, то есть, если буду, конечно, там выигрывать. Что скажешь про своего соперника? Бои смотрел его? Бои смотрел. Вот как помните, как с правдой было, пиздатый ты мужик. Вот мне только хочется подойти и сказать, он настолько добродушный, мне кажется, что и сказать плохого даже ничего не могу. В плане спортивной составляющей хороший опыт, хорошо работает корпусом, ну, чувствует дистанцию, вот в плане бокса, вот у него все хорошо. Но все мы видели, после первого раунда начинаются проблемы с физухой. Давайте на стардаун тогда. Угла. Константин Кастет Малис. Красного угла. Вячеслав Михаил. Руки пожмете. Так, ну что, переходим к следующему бою. Это у нас будет пара Хамзат Маэстро Куриев и Алишер Баунти Хантер Шукуров. Хамзат, кто, на твой взгляд, является фаворитом Гран-при второго сезона? Знаешь как, я не забегаю далеко, я каждого соперника оцениваю достойно. И сейчас у меня, можно сказать, подготовка только к моему следующему сопернику. Где готовишься, с кем тренируешься, расскажи нам. Тренируюсь вот. С Александром Семеновичем. Это мой тренер, который на данном этапе подготавливает. Тренируемся на Новинском бульваре. У нас хороший зал. А как называется? Добро. Круто. Мы приносим только добро. Хамзат у нас тренируется. Тренировки проходят каждый день. Хорошо. Боксируем по всем залам Москвы. Подходим к этому бою в полной готовности. Понятно. На что делаете акцент? Это мы пока не скажем. Пока не скажете. Да. Давайте. Из красного угла Алишер Баунтхантер Шукуров. Тебя поддерживают, мне интересно, болельщики из Узбекистана? Да, вот после второго боя моего начали поддерживать, когда они реально увидели то, что я встретился с достойным парнем, с Гариком Метисом, как бы они поняли, как бы то, что не из библиотеки вышедший, посмотрели этот бой, оценили и начали поддерживать, начали добавлять мне всякие паблики. Ну давайте сделаем перекличку, чьих флагов в комментах будет больше, Узбекистана или Казахстана, кто больше топит за своих бойцов? Парни, вам удачи. Из Казахстана тоже топят за меня тоже, кстати. Из Казахстана за тебя топят? Да, пишут ребята с Алматы. Ну тогда тем более посмотрим. Потому что это пользуясь случаем, хотел бы поблагодарить всех ребят, кто меня поддерживает с Волгоградской области, да и вообще всех ребят, кто меня поддерживает. Спасибо большое. Просто во время боя мне никак не удавалось поблагодарить своих земляков. А случаем. Ты волгоградский сам? Да. Блин, круто. Спасибо. Волгограду большой привет в комментах. Ждем вас, вашу поддержку, вашему бойцу. Я думаю, это будет один из крутейших боев, одних восьмых финала хардкора. Честь видеть таких ребят у нас в лиге. Момент. Конечно. Я тоже хотел поблагодарить за поддержку ребят с Подольска. Знамя Октября, я сейчас там в данный момент проживаю, ребята топят за меня. Всем спасибо, Подольск, Знамя Октября. Подольск. Да. Бомба. Низкий поклон. Ну что, переходим к следующему бою. Гарольд Горилла Шалаев, Владимир Хулиган Чеханацкий. Гарольд, я вижу, у тебя модный прикид, спортивный костюм такой. Да. Гарольд Спорт? Гарольд Спорт. Всего вы растете, парни. Да. Вот это уровень, а? Понимаешь, я смотрю, майка хардкор. Ну все ж по красоте. Здесь хардкор. Вот это вот. Пряник, все дела. Вот это вот взлетает, парни. Гарольд, после нашей прошлой конференции история, которую ты рассказал про тюрьму, очень зашла нашим зрителям. Ее разобрали все бойцовские паблики.
Ты сказал редакторам, что у тебя есть какая-то история про друзей, с которыми ты там познакомился. Когда ты туда попадаешь, много кто от тебя отсеивается. Много родных и близких отсеивается, помимо друзей. Я полгода в армии в учебке служил. Мы так с ними общаемся по сей день. Я вам больше скажу, я с ними с некоторыми 4 месяца отслужил. И они мне помогали в тех местах, где я был. Они приезжали туда и говорили, что нужно, просто говори, когда. А с людьми, которыми я годами выстраивал отношения, для меня просто слово «друг», слово «близкий человек» для меня очень важно. Я не разбрасываюсь людьми, то есть их очень мало. Вот. Но, тем не менее, я остался один, разошелся со своей женой. Вот. Ну, так получилось. Я сказал, что я попаду в хардкор, и я хочу посмотреть после этого, кто выявится, кто появится, когда меня увидят. И я вам скажу так, реально начали появляться люди. Где все вы были? Вы начали появляться, когда я более-менее что-то стал себя представлять. Ребят, хочу просто донести посыл. Никаких кипишев, никаких драк на улицах. Не нужны они. Не надо туда попадать, ребят. Там делать нечего. Когда вы выйдете, вы останетесь один. Хорошо, если у вас будет крыша над головой. Представьте, в моем случае я вышел, у меня нет крыши над головой. У меня нет никого. Я просто вышел, вот так вот за порог перешагнул. И что делать дальше? Вот что делать? Можно, вы просто задумайтесь. Прям один в один, а? Дай пять. Не добавить, не убавить. Просто, а про людей, ну это закон жизни. Привыкай. Ну, да. Хардкор очень дружная семья. Я к этому вот и призываю. Поверь мне, нашему опыту. Я к этому и призываю, что вот здесь есть все. Все условия, которые дают нам, как мужчины, выявить там, ну, какие-то свои силовые качества. Концентрируйся на своем противостоянии. Да. Я уверен, тебя ждет большое, хорошее медийное будущее. Все будет. Все будет четко, все будет хорошо. Володь, скажи, пожалуйста, в твоем профайле говорится, что ты рос без родителей, в разных детдомах, потом тебя взяли в приемную в семью и в 17 лет отказались. У тебя нелегкий был путь становления. Все-таки ты сам собрался силами, пришел в спорт, систематизировал себя, не сторчался, не спился нигде по дороге. Как это часто бывает в таких ситуациях? Как это часто бывает в таких ситуациях от бессилия? Расскажи, пожалуйста, нам. Ну, в один прекрасный момент у меня появился наставник, который меня, так сказать, воспитывал, воспитывает до сих пор. А чем тебя мотивировали твои приемные родители, отказ от тебя в 17 лет? Ты сложным ребенком был. В моей жизни было много, ну, предательства, вот этот отказ этот, то есть это был край. Я не знал, что мне делать. Я пришел в зал, начал тренироваться, пахать, поставил себе цель, что когда-нибудь меня узнают и будут жалеть просто об этой ситуации, и все. Сейчас тебе сколько лет? 21. А ты до 17 лет занимался единоборствами? До 17 лет я занимался, но это было, ну, не так профессионально, как это началось с 17 лет. Кровь, боль, пот. Много моментов было, когда я понимал, что нужно дальше идти, газовать, тренироваться. Я верил в себя и как бы, ну... Сейчас я здесь, и я надеюсь, что, ну, хардкор станет семьей для меня, как бы. Ну, мы приложим для этого все усилия. Да. Красавчик. Да, вот он рассказывает, у меня прям реально слезы на глазах. Слушай, такая, да, первая часть «Одних восьмых», такой трэш-ток, перепалки, а вторая просто история жизни на истории жизни. И это, конечно, прям... Ну... Реально. Это благодарность Сергею Петрову, который... У него у самого семья... я третий ребенок, можно сказать, у него. И он мне помогает, чем может, помогает. Слушай, расскажи нам про спортивную подготовку, про жизненную подготовку, на чем сошлись. В общем, смотрите, ребят, Владимир немного, ну, понятно, стесняется, да, где-то, ну, не может полностью раскрыться. Так как я знаю его, не знает никто, многие вещи он не сказал. Когда он был в приемной семье, да, во-первых, он был в своей семье, когда мать его приводила в детский дом, потом уходила, бухала, возвращала его назад, это было трижды, потом появилась приемная семья. Приемная семья поначалу относилась к нему действительно как, ну, к своему сыну, а потом настал момент, я не знаю, до 17 лет, да, может, какая-то выгода с чего-то, они что-то имели, ну, непонятно. И просто от него отказались. Ему позвонили и сказали, что от тебя отказываются. Когда он пришел в зал, ну, он был дикарь. Знаете, у ребенка, ну, у пацана, я сам молодой парень, да, у меня тоже непростая судьба в жизни, как бы много всего было.
То есть у меня есть ребята, да, помимо его у меня еще есть ребята. Я им помогаю, как бы и с работами помогаю, там, с ребятами общаюсь. То есть финансово, когда у меня есть возможность, да, но в основном всегда стараюсь находить эту возможность и помогать. Особенно Владимира, Вову я полностью, ну, с того момента, то есть взял в свои руки. Он действительно стал для меня как ребенком. Он огрызался со мной, он действительно, ну, непростой ребенок. Когда были тренировки, доходило до того, что, ну, я физически его доводил до потери сознания для того, чтобы он пришел в себя. И действительно, это, ну, я как бы смог добиться того, чтобы он уважал меня, уважал свое дело. В целом, я горжусь своим. У меня больше нет ничего, у меня чисто зал. Зал, дом, у меня двое детей, моя девочка и мальчик. Я воспитываю деток, я люблю своих деток, у меня большая группа, 30 детей. То есть я полностью в зале, я живу этим. То есть это мой образ жизни, это моя жизнь. В данный момент я боксирую, я выиграл чемпионат России, отобрался на чемпионат мира, но его отменили в Таиланде из-за коронавируса. Ну, на будущее я хочу, у меня есть интерес в том, чтобы выступать в вашей лиге. Еще, да, я хотел сказать большое спасибо за то, что вы приняли нас, да, взяли вам спасибо, вашу организацию. Мы стараемся, как бы, по сравнению с первым боем, второй бой выглядел намного по-другому и уже уверенней. Третий, я думаю, мы покажем также еще намного лучше. Дай у Бог. Нас соперник достойный, мы уважительно относимся к нему. И очень хороший парень, я его прорабатывал, как бы, да, техническую работу проделал с Володей. Он очень, очень хороший парень, достойный оппонент, мы покажем. Понял. Красивый бой. Хорошо, спасибо тебе за твое дело, давайте на стардаун. Боец из синего угла Гарольд Горилла Шалаев. Вы пожмете. Так, ну что, следующее противостояние, это у нас Самат против Гора. Мы уже подробно, в принципе, обсудили на прошлой конференции. Поэтому предлагаю сразу на стрэдаун. А для Согласен. Вас, друзья, ждите с Саматом большое интервью у нас на канале. Так что подписывайтесь, ждите. Очень крутое интервью, очень крутой парень. Нокаутом одерживает боец из синего угла. Победу одерживает боец из красного угла. Ну что, друзья, мы представили вам все бои 1/8 финала. И я думаю, интрига закручивается люто. На наших глазах рождаются новые герои кулачных боев, хардкора. Поэтому давайте навалим лайков ребятам, позитивных комментов. Ваших прогнозов на то, кто все-таки победит в этом гран-при, мы у нас в Инстаграме и в Телеге проводим большой конкурс. Ссылочки на соцсети в описании. И что, провожаем аплодисментами наших бойцов и переходим к самой лютой части конференции. Давайте пригласим участников мейн-эвентов предстоящего турнира War Thunder «Гром войны». Приветствуем! Толя, анаконду не привез с собой? Турбосалют. Турбосалют. Братик, мы ее там съели. Шучу. Вкусная животных была. Не обижаем.
Ну что, давайте поговорим с бойцами, которые возглавят мейн-эвенты и ко-мейн-эвенты наших кардов. Асрор, как кондиции, накал отношений? Сохранился или помирились? Да нет, у нас перемирия не будет, это точно. Не будет? Какие тут перемирия, да. Даже после боя, я думаю, перемирия не будет. Саш, какой регламент боя у ребят? 5 раундов или 3 раунда? 3. 3 раунда, потому что это ко-мейн-эвент и не чемпионский бой. Ну тогда вам не стоит экономить силы в первых раундах. Я думаю, нас ждет одна из самых лютых заруб на хардкоре. Давайте финальный стардаун и погнали вперед к боям. Давай, что, конечно, давай. Что за историю ты делал там, а? Ты какие? Что, воздух получается? Я что, говорил по отмене боя, что ли? Какие ты можешь это боя сказать перед публикой? Ты в историю выложил, что? Что ты выложил? Как не помнишь, ты сейчас пустослов получается? Я тебе что, напомнить, что ли? Вообще не помню. 2 часа я ты не помнишь, ты сейчас публику... Ну, скажи, да, что было-то, ну, аудитория расскажи. Он выложил историю, где типа отказался от боя. Ну что вам хочу сказать, наш бой со Сырым отменили, так как он отказался, не знаю почему, там какие-то причины у него. Так что ждите новостей. А такого вообще не было. Ты отказался? Типа да. Где это было? Ты не публику помню. Свою подвел, не помню, понимаешь? Это некрасиво не ты ничего. Сделал. Ты воздух. Не чувствуете, помню. Дышать уже нечем. Тут воздух синий. Воздух у тебя не будет на рейде. Воздух. Посмотрим, у кого не будет. Я тебе посмотрим. Покажу. Кстати, скажи. Ты дышать будет. Не сможешь, я тебе буду делать больно просто. Погнали на стардаун. Давайте без кипиша этот раз, пацаны. А то жарко, кипиш пиздец. Астрор, вожак, Акбаркаджаев. Но как мы заметили, это просто до первого. Слышь, его сразу занесет. Не очкуй, бля. Чё очкуй? Очкуй, что в этом году модно. Я же вижу, что ты очкуешь. Да, да, да. Батька тут, да. Он в своём вещи всё поправил. Я просто не стриженный, брат. Руки жать не будете? Нет, конечно. После рабовой тоже не будем жать. Я и твою руку даже не жалую. Короче, накал страстей растет. Ты же выложил историю. Скажи, ничего как мужчина помню, перед публикой, сказал. Скажи. Ты сказал, что я отказался. Где я отказался от боя? Видишь, так, меня должны убить, чтобы я не вышел на этот бой. Запомни это. Я хоть и травмированный, я выйду. Ты на бошку травмированный. Посмотришь, а ты посмотришь. Будешь после боя травмирован, понял? Хорошо. Тебя сразу увезут нам. Давай, много говорить не буду, я тебе в бою все покажу. Давайте, все решим, пацаны, давайте все решим в бою. Рот закрой свой, блядь. Ты что тут начинаешь, эй? Заткнись уже просто, рот закрой, ты что выезжаешь, эй? Ты что, блядь, не ёжишься? Ты что, блядь, стой. Да воздух, блядь. Да стой, блядь. Телефон сломайте, я вас всех сломаю. А? Вы на меня начали падать, я тебя просто приобнял и вот сюда положил, чтобы ты не на меня упал. Ты на кого газуешь, эй? Заткнись, эти просто, блядь, заткнись просто. Чего, блядь? Придурок. Я тебя в бою уничтожу. Иу! Это человек, который за слова заткнись, не отвечает. Заткнись, я тебе сказал, он еще закрой, раз. Он закроет, Игорь! Блин, что ты, что бежишь? Давай, ко мне сейчас! Давай, иди сюда! Сюда подойди! Да, дойди! Тихо! Иди сюда, блин! Тихо! Чего, блин, маленькая? Да он как черт хотел тоже сзади, блин. Асрор! Да они просто вышли, как крысы сзади бегут, блин. Давай, я здесь я стою. Но я тебе скажу, вот у них за всю историю хардкора самая лютая ненависть друг к другу. Я вот такого не видел никогда, ни одного конфликта такого не было. Давай вот здесь выйдите. Да не. Да я вижу, они как черти сзади бегут. Идем сюда. Сразу, хотели сразу. Просто. Андрюха, вот сейчас уезжает домой. Уезжаешь домой, да? Стой! Да хорош!
сюда! Иди сюда, что ты, животное! Роберт! Такси вызвать, отправить домой всю команду! Закрыли вопрос! Все решите на боях! Вымазали мне кроссовок, смотри. Асрор остается здесь ближайшие 30 минут. Все, не выходит из здания. Ты решишь все с ним через 2 дня. Все, тормози. У тебя будут голые кулаки и его лицо напротив тебя. Выдохни. Все, переключись, выдохни. Коля, одевай. Я сейчас понял, для чего Германский ходит на вольную борьбу. Если кипиш начинается, то сразу кого-то прогибом вырывать, да? И давай переходим к следующему противостоянию. Это Вадим Метеорит Вершинин против Даира Агацарского. Рейтинговый бой 93 килограмма. Я слышал, что у вас была какая-то заруба в инсте. Давайте поговорим про это. Началось все с того, что Даир попал в нашу команду, команду Стобро, которую мы представляем. Стобро, ты представляешь команду Стобро, да, так. Да, все верно. И в беседе в чате в WhatsApp начались разговоры по поводу того, что у нас теперь 2 полутяжа и оба дерутся в хардкоре. На что мы с Даиром сцепились, кто же из нас сильнее в команде. Я ему записал видео в Инстаграме, без негатива, без, ну, без всякого лишнего, на личности не переходил, ничто такого. Я говорю, если ты считаешь, что ты сильнее меня, давай подеремся с тобой на хардкоре. Мне ответное видео, записал видео, сказал то, что принимает бой и сказал такие слова, то, что спросит меня до боя. Я сейчас здесь сижу, ты будешь меня спрашивать или нет? Конечно, вот этот человек, мне сказали, короче, кто на 93 килограмма, говорит, сильнее, короче. И он мне ни с чего, ни с того записывает видео, говорит. Ты скажи, говорит, ты за что спрашиваешь? Тормози, я разговариваю. За что ты спрашиваешь? Запиши, говорит, свои пранки, говорит, там, говорит, это тебе, говорит, не бои, говорит. Какие пранки, я его просто перееду, просто молча, и все. Следующий бой у меня состоится вот с Тайцем. Ты сказал, до боя с меня спросишь, ты сейчас что будешь делать? Я вот спрошу тебя, с тобой, что ты лошара, вот ты ничего не сможешь ответить за свои слова. Вот мы с тобой встретились, что ты спросишь с меня? Я с тебя спрошу, я тебя уроню даже. Отвечаешь? Да, отвечай за свои слова. Да. Смотри, блядь. Да, отвечаю. Выйдем, я тебя спрошу. Просто ты ничего не скажешь. Мы здесь ты, на улице не, прям зарубимся. Ты понимаешь, на ты второй лоба, у тебя даже счет 3-1. Ты ничего не показал, ты ничего не доказал. Нет, ты сказал до боя, ты на всю аудиторию. Я тебе ничего грубого не сказал. Ты на всю аудиторию сказал, что ты спросишь меня. А мне ничего не надо говорить. Ты что ты спрашиваешь? Бля, не заставляй. Ты кто такой, что с меня спрашиваешь? В смысле, кто я такой, бля? Я тебе буду, бля, советовать нахуй, что делать тебе и как ты делать. Ты мне будешь советовать. Давай посоветую, ебать. Так, ух, ебать, мне ебасосина прилетела. Охуел, что ли? Кроссовки отдайте, пожалуйста. Видали, парни. Вот, блядь, у кого лучшая держалка на хардкоре. Въебало с ноги получил, похуй вообще. Да про кого, про себя? Да, тебе сейчас прилетело? Ебасосину с ноги. Давай, тебя? Давай. Дай по рукам. После конференции не надо ничего решать. Второй паре, говорю, вы подеретесь послезавтра, и там все решите. На улице драться, вот вам уже один рассказал, Гарольд, чем заканчиваются драки на улице, блядь. Я его перееду. С хардкора ты переедешь куда-нибудь в больничку. Получается, мы уже сможем с тобой смело договариваться, Даир. После конференции, Даир. Че? Мы уже можем с тобой, получается, смело договариваться. Конечно, я после него с тобой, я ему, кстати, писал по поводу боя. Кому? Ремыге? Я в воскресенье просыпаюсь. Я у тебя историю видел, тебя спрашивают, подписчик. Тихо, да, он разговаривает, я тебе слово не давал. Ты говоришь, Вершинин, барбарист, с Вершинина сначала пойди, потом, блядь, за спину заглядывай. Фуцин, блядь. Пацаны, я думаю, вы сейчас все сказали уже друг другу. А остальное должны решить голые кулаки. Вот мне нужен Таец. Стердаун делаем или нет? Что тебе нужно? Мне нужен Таец, я ему писал. На стердаун. Таец Ремыга подерется с тобой потом. Я что? Ну и карт нас ждет. Пацаны, давайте вы все разговоры, оставите уже до боя. А можно сразу? Уже все сказали, разогнались. Вадь, от души давай по домам, потому что мы конфу не доснимем. Окей, можно договорились? Не-не-не, а ты останешься с нами, еще поговоришь с Тайсоном, все нормально. Вай, я тебя прошу, домой. Послезавтра все решишь. Езжай домой. Домой, пожалуйста. Дома поговорим. Я вижу, что ты уже успел закуситься и с нашим чемпионом по тайскому боксу. Он всем вызовы кидал, я понял. Даул тебе тоже кидал вызовы? Нет. Дауду нужно аккуратнее быть с вызовами, а его следующем оппоненте мы поговорим чуть попозже. Чтобы быть сильным, надо драться с сильным, поэтому я выбрал международника.
Я ему в 9 утра написал, он проснулся. Воскресенье, в 9 утра, я просыпаюсь, свой единственный выходной. Собираться, покушать, релакс. Сообщение в Дирек. Давай драться. Пишет. Мне сразу первый вопрос. То есть, я думаю, что ты делал в этот момент? Где-то на тусовке был или что ты? Что происходило? Почему ты вызвал меня на бой? Ты в 9 утра, получается, смотрел бой мой с Саней, с Барбарисом? Или как это происходит? Я ваш бой посмотрел, ты международник, ты чемпион мира, мне интересно, ты в стойке, грубо говоря, дерешься, идешь, я тебя, короче, перееду тоже. А у тебя какая, база? У меня заготовка, я вижу, вообще такая. У меня база кикбоксинга. МС, МСМК. У меня ничего нет, он должен быть, но у меня и 4 года ММА. Я входил в сборную Питера по ММА, и мне КМС не дали, потому что у меня в весе больше 2 людей не было, 2 человека было, нужно, чтобы 3 человека было. Вот. Я посмотрел его бой, мне стало интересно, я ему написал, еще этому Колянчику. Колянчик сказал, у него там травма. Я просто не когда люблю... к бою будешь готов? Ну, вот уже сказали, готов. Я просто не люблю... Но если ты рубанешь Вершинина в первом раунде, то на следующем турнире в августе он подерешься с Ремуди. В августе? А раньше нельзя? Раньше нельзя, братан. Я просто простой не люблю, понял? Мне нужно зарабатывать. Да? Драться, да. Ну давай с тобой после турнира поговорим. Мне нормально подготовиться. Когда с Вершинным закончишь. Я не могу пока сказать, что вашему бою быть, но я думаю, Эд Германский проведет вам стердаун. Мы зафиксируем, Саша, это как противостояние перспективное. С Арменом все это отфиксируйте. Сейчас стердаун. И едем дальше обсуждать 2 следующих противостояния. Ничего себе, ты разбегаешь. Что, с вами был? А, конечно. Да какая рубка? Думаю, рубки не будет. Думаешь, ляжешь? А? Думаешь, ляжешь? Да не, будет, я думаю, другой исход, в другую сторону. Я буду совсем другой уровень будет посмотреть. Ты ничего не успеешь сделать. А? Ты уже старик, братан. У тебя уже все прошло. Да какой старик? 27. Ты очень медленный. Я все тут. Да? Я еще даже буду поменьше вес. А мы переходим к чемпионскому противостоянию. Дауд Стханский Кильбиханов должен был драться с Асланом Асбаровым. По определенным семейным причинам Сослан на данный поединок не сможет выйти. Но мы все равно разыграем чемпионский пояс в данной весовой категории. И на замену Сослану в этом противостоянии выходит Спартак Кобесов 93 килограмма. Это замена соперника в поединке, в противостоянии чемпионском, которое уже назначено. Это первое. А второе, я считаю, что Дауд уже, ну, как минимум, достоин того, чтобы побороться за чемпионский пояс. Он идет на серии из 5 побед, поэтому мы должны разыграть этот пояс, а впоследствии, ну, это уже будут претендентские бои. Первый вопрос к тебе, Спартак. Я знаю, что ты очень давно хотел попасть на хардкор. Расскажи немного о себе нашим зрителям. Я из Северной Осетии, город Владикавказ. Занимаюсь боксом лет 8-9. У меня любительский опыт. Самое страшное, когда человек настолько скромно сидит, говорит про скромные 8-9 лет и скромный любительский опыт. У тебя есть бои в любительском опыте? Есть. Боев 10-12 на таких турнирчиках. А ты смотрел бои Дауда? Да. И что скажешь? Не подарок соперник. Дауд, спасибо. Вопрос к тебе следующий. Вот Сослан слетел. Ты расстроен этому или наоборот рад? Честно сказать, мне как бы было не так важно, с кем драться. Мне просто уже очень хотелось подраться за титул. Мне уже и все родственники, и отец мне звонит и говорит, чтобы я без пояса как бы не возвращался. Вот. Поэтому для меня, ну, это возможность испытать себя, стать чемпионом. Я благодарен организации, семье, друзьям, всем, кто меня поддерживает. Людей этих очень много. Мне пишут, ну, с разных стран, с Америки, с Европы. Поэтому, ну, всем спасибо большое. Я эту поддержку, я ее чувствую. Это все для нас мотивация, как для спортсменов. Про соперника что хотел сказать? На самом деле для меня на данный момент это сейчас более опаснее, потому что, ну, человек-дебютант. А у нас как бы индустрия новая, и как бы ростер будет пополняться постоянно дебютантами, которые представляют из себя темных лошадок, которые впоследствии могут перерасти в таланты, в звезды и так далее. Поэтому сейчас, ну, я считаю то, что Спартак — это, ну, и есть темная лошадка, и у него сейчас есть возможность также стать чемпионом. Спартак, ты тренировался
у Федора Чудинова. Ты был спарринг-партнером чемпиона мира по боксу Марата Гасиева. Часто ли тебе приходилось рубиться со спортсменами уровня Дауда? Есть у меня друг, профессионал по боксу Хетек Маурав. Я примерно представляю, как будет проходить бой с Даудом. Он тоже на высоком уровне боксирует, мой друг. Дауд, совсем недавно Кирюха перебил твой рекорд по нокаутам. Ну, в смысле, самый быстрый нокаут сделал. Да. Есть мотивация забрать обратно себе? Подожди, есть мотивация рубануть Кирюху? Но это только за своих друзей. Не, не надо на него газовать нормально. Нет, а так, если говорить серьезно, то думаю, что ни он и ни я, мы как бы не намеревались, выходя, выйти и сделать этот нокаут вот так вот по щелчку. Поэтому, ну, это дело случая. Как повезет, так повезет. А так нет, я не стремлюсь к этому. У меня другие чуть-чуть цели. Спартак, скажи, пожалуйста, в своей видеозаявке ты сказал, что бросаешь вызов двум дивизионам. Тяжелому до 93-х и еще и супертяжелому. Хардкор. Я хочу заявить о себе и бросаю вызов двум дивизионам. Тяжелый вес и супертяжелый вес. Сколько ты весишь? Сейчас, на данный момент, 92. 92? Да. А как ты планировал биться в супертяжелом весе? Ты видел ребят, которые сегодня были здесь? Этим вызовом хотел привлечь ваше внимание. Ну, у тебя получилось? Ну и в дальнейшем я готов был к дебюту как и в 93 подраться, так и в супертяжелом весе. Я рад, что мой соперник оказался Дауд и именно в 93 килограммах. Я не хотел рисковать в супертяжелом весе. Но в дальнейшем я планирую набрать вес и выступать и в супертяжелом весе, и в 93 килограмма. Ну что, я думаю, твоя скромность – это и есть главная интрига этого боя. Дауд, приглашаю вас на стардаун. После просто увиденного уже нам нечего перебивать здесь. Поэтому... Да. Руки пожмете. Конечно. Ну что, у нас уже здесь побывал гром войны, настоящий War Thunder накануне наших турниров. И теперь мы переходим к следующему противостоянию. Одному, я думаю, из самых ярких, которое будет на турнире. Макс Топор против Т-34, кстати, как никогда в тему War Thunder. Макс, это вот, ну, 100% самый сильный твой соперник. Еще и чуть ли не впервые весит намного больше, чем ты. Ну да. А зачем? Сколько ты весишь? 125. 125? А ты, Макс? Сейчас 110. Что, так и не скажешь, у вас прям разница в весе такая огромная? На самом деле, это самый серьезный соперник, чтобы отработать, да, все возражения, потому что после крайнего боя я словил очень много хейта, ну и вообще в целом, наверное... Поверь, мы с Арменом его съели не меньше этого хейта. Макс, ты в отличной форме, сбросил вес, набрал в функционале, набрал в технике. Я, наоборот, набрал вес. На сколько? Ну, я выходил 105 прошлый, а сейчас 110. Опять хотел 100. Хотел 100, правда. А получилось 110. Я не знаю, как так происходит. То есть, Макс, чтобы я понимал, ты в очередной раз планировал скинуть вес? Да. И опять... просто вместо там, того, чтобы скинуть 10, набрал 10. Да. Условно, да? Да. Нормальная схема. Тульский пряник все, да, вот этот вот? Тульский пряник, да? Вкусный, русский, наш. Я думаю, этот бой мне даст очень хороший опыт. Ну ты такой, слушай, в хороших кондициях, реально в хорошей форме, сухенький, крепенький, сбитый. Да, я живот втянул. Живот втянул? Да. Ты расслабляйся. Дауд никогда не втягивает, вот он выходит, вообще не стесняясь, честно. Первые соперники, мне кажется, да, на это и повелись, Дауд. Ну ладно, сейчас дальше посмотрим, что будет. Да, добродушный парень выходит с животиком такой, улыбается, блядь, и потом ядерный взрыв человеку прилетает в голову, и он ложится спать. Макс один из главных нокаутеров хардкора. Ну, я думаю, ты все-таки это видел. Как у тебя дела с крепостью бороды? Бывал ли когда-нибудь в нокауте? Больше скажу. В нокдауне никогда не бывал. В нокдауне ни разу в жизни не был? От аппарата отправлю нокаут. И возглавлю.
нокаутера. Смотри, насколько я знаю, мы достаточно давно, наши матчмейкеры, вели переговоры там с тобой, с твоей командой. Что скажешь про то, чтобы подписать контракт с Лигой Хардкор и ворваться в наш тяжелый вес в своих кондициях? Ну, я подумаю после боя с ним. Я первый подумай, раз по кулачке после выступил. Боя, да, после я боя думаю, я скажу вам это. Это был бы интересный ход для расширения нашего ростера супертяжелого веса. Там вот Никита Бачин, как акула у тебя за спиной, хищно плавает и смотрит на тебя, у него руки аж чешутся. Его очень вот. Тоже достанется. А ты на кулаках дрался когда-нибудь на голых? Нет, я первый раз. Это твой дебют на голых кулаках? Ты да. же всегда дрался, по-моему, по ММА в других да. промоушенах. Ну вот сейчас последний бой у меня в стойке был по ММА, в стойке только, в перчатках ММА. И ты считаешь, что ты его нокаутируешь? Да, это он с тобой должен был, походу. Да. Скажу так, буду очень стараться. Бой лютых супертяжей, ветеранов поп ММА. Я уверен, что он пройдет на максимальных кондициях. И вне зависимости от его окончания результатов, это будет крутой и яркий бой. Макс, тебе респект. Спасибо, что принял вызов. Рады видеть в нашей лиге. Давайте стардаун. Стардаун. Ну что, и перед тем, как перейти к анонсу следующего противостояния, давайте поблагодарим ребят, пожелаем им удачи в бою. Всем спасибо, что приняли вызовы. От души рады были видеть, парни. Друзья, ну пока конференция проходит весьма жарко, и я предлагаю вам подкрепиться тульским пряником. Новые яркие вкусы уже в продаже, поэтому налетайте. Русский, тульский, наш. Друзья, ну а в конце мы хотим анонсировать вам, наверное, одно из главных противостояний, которое мы надеемся, мы сейчас обсудим, согласуем, и которое пройдет у нас на хардкоре. И мы хотим пригласить к нам в студию ребят, представителей команды Pride и представителей команды Чоршанбе Чоршанбиева Урдж Тим. Чёрш на моде всегда в оранжевых носочках, красавчик. Привет, тренер. Как ты, коуч? Рад видеть. Дай бог, спасибо. Ну что, парни, мы уже один раз вам делали стардаун. То есть мы гипотетически думали, что когда-то это противостояние может произойти. Сейчас обе ваших команды изъявили серьезное желание и дали согласие на то, что этот бой может состояться. Мухаммед, скажи, пожалуйста, какие у тебя претензии к Чоршанбе, поскольку ты нам в ходе переговоров по поводу этого боя сказал, что для тебя этот бой личный, и у тебя есть личные претензии. В первую очередь, у меня личная неприязнь. Лицемерный и высокомерный был человек. Таких я привык ставить на место. Я тоже, у нас много общего. Все. Базар ноль. Ну, в клетка да, все определит. Да. Никто ничего не говорит, я тоже против этого. Мухаммед, у тебя очень серьезный спортивный бэкграунд. Как ты относишься к спортивной составляющей Чоршанбе? Я никак не отношусь. Его нету. Пару боев сделал, и то с натяжкой. Я не считаю его соперником. Это даже лучше. А кто писал тебе этот текст? Ты сейчас? Писал. Не, он такого не может писать. Ты просто как будто учил это все, как стих. Высказываешь сейчас, даже не смотря в глаза. Кто такой? Представь все. Я менеджер Чоршанбе Чоршанбиева. Что-то не нравится? Хочешь нет? поменять мой образ жизни? Хочешь нет? поменять, как я разговариваю? Он ничего поменять не хочет. Чёрш все поменяет. Да. Серьезная заявка, что Чёрш все поменяет. Скажи, ты смотрел бой на Чоршанбе с Сивом? Да, смотрел. Я даже не досмотрел, выключил телевизор на самом деле. Я недавно посмотрел этот бой в процессе обсуждения гипотетически там, вашего боя с Чоршанбе. И я понял, что Чёрш, который дрался с Сивом, и Чёрш, который дрался с Солониным, это два разных спортсмена. Да, согласен с тобой, набрал, да, но в целом это результат боя не изменит никак. Я его снесу. Это бой покажет.
Да, я на тебе все, что угодно. Я на тебе женюсь там в клетке и свадьбу там же сыграю. Очень смешно. Я с парнями не встречаюсь, кстати. Серьезно? Да. Ты это знаешь. Мы с тобой в клетке встретимся. Ты это знаешь. Это неизбежно. Я тебя буду до тех пор бить, пока ты мне сына не родишь. Что ты после боя скажешь? Что я после боя скажу? Да. Свадьбу сыграю, говорю же тебе. Не, это я понял. После боя ты что скажешь? Он разведется. Разведемся сразу, да? Хорошо. Я к этому и говорю. Ты долго догоняешь просто. Вот. Может быть. Всякое может быть. Мой русский просто немножко заварка, поэтому, может, немножко не догоняю. Ну, знаешь, многие парни, общие знакомые наши, говорят мне, типа, ну, ты хороший парень, все дела. Но я вижу тебя таким, каким ты себя представляешь. Я тебя лично не знаю, понял? Угу. У меня личное мнение о тебе очень, плохое. Ну вот, поженимся, лично познакомимся. Я думаю, тебе понравится, слышишь? Парни, давайте, да, по теме женитьбы и свадьбы поженимся. Я понимаю там аллегорию, с которой ты это говоришь, да, Мухаммед, но давай вернемся к спортивной составляющей. Смотри, какова будет твоя реакция, если Чершанбе... перестанет липучками? Нет, с липучками все отлично. Если Чершанбе будет нарушать правила в бою с тобой так же, как с Солонином, какая будет твоя реакция? Я даже знаю, как он будет эти правила нарушать. Был один персонаж, который нарушал также правила на хардкоре. Я его в финале уложил. Так что мне это непривычно, понял? Ну, он был персонажем, моя личность правила. Есть разные. Давай нарушай. Я думаю, в бою Мухаммеда Чершанбе до такого не дойдет, потому что Солонин сам влетал ближе к нему, а здесь будет бой, мне кажется, более серьезно. Тем более тренер уже сказал Чершанбе, что сюда бить нельзя, правильно? Да, теперь знаешь это, да? Хорошо. Тут такая ситуация была, то есть у нас разговор, я когда увидел пресс-конференцию, честно, я удивился, как бы это все на меня он слил. А тебя не было на пресс-конференции? Меня на пресс-конференции, мы готовились на Кубок России по боксу, мы были там на сборах, то есть я как бы посмотрел пресс-конференцию, то есть момент бить за ухо. Есть момент здесь бить за ухо прям? То есть Саша, за ухо... по правилам проконсультируй. То есть у нас есть какая-то же зона удара, да, затылком, я так понимаю. Затылком считается вот поверхность, ну, площадь ладони, которая наложена на затылочную часть. Mm-hmm. Вот все, что будет под этой площадью, это затылок и продолжение вниз по позвоночнику, вот так. Mm-hmm. Вот это... за ухо в эти во все части, которые, получается, справа-слева открыты сверху, в них можно наносить удары, вот, и это как вот бы легально. Вот посмотреть бой, я его посмотрел, Толя, раз 100. Там был удар именно за ухо, прям за ухом. А не по затылку. И там не было, если был один удар только был по затылку, это который второй был. А вот первые предупреждения без замечания, сразу дали предупреждение. То есть тут еще минус такой, что чуть-чуть неопытный рефери в ринге. Пока я в третьем раунде ему не сказал, я говорю, ты должен находиться в горячей точке, где бойцы дерутся, а ты со стороны кричишь команду «стоп», бойцы некоторые не слышат этого. Это вот 100% мое мнение, мы можем посмотреть, и, соответственно, и результат поменяли решение. Ну, да, мы подали апелляцию, действительно, в международную судейскую коллегию, и мы данное решение представили так, как оно есть. Ну, то есть, плюс-минус, это все-таки были тренерские наставления бить куда-то вот сюда в пограничную удары. Зону за ухо. Не запрещенные удары. То есть, ну, как бы я говорю, у нас в профессионалах так. Руки держат здесь, как бы закрывать здесь. За ухом никто не закрывает. То есть туда бить можно. Что и в любительском боксе, в олимпийском, то и в профессиональном. То есть техника от вас все-таки это пришла? Ну, а почему бы нет? Ты же коуч. Я же коуч. Черт, скажи, пожалуйста, у тебя есть поражение от Силова, у тебя есть сейчас в арсенале победа, хоть кто-то ее считает спорной, но она победа над Никитой Солониным. Мухаммед сильный соперник, объективно сильный соперник. Ты не боишься, что поражение ему может деклассировать тебя как спортсмена и перевести в ряд бойца, который больше говорит, чем делает? Поскольку это серьезный оппонент и серьезный вызов. Что я могу сказать? Посмотрим, наверное. Этого, в принципе, невозможно, что он проиграет. Но даже если так случится, что он проиграет, он все равно выиграет. Все равно выиграет? Да. Почему? Ну, в общем. Типа красиво проиграет, да? Нет. Красиво в нокдауне. Нет, я сказал другое, нокаут не нужно... Можешь красивый нокаут? Я тебе это устрою. Хоть 100 раз это будет. 100 раз ты не увидишь. Просто задний не будет.
Ни в какую сторону. От клетки это другое совсем. Ага. Ты почувствуешь это. Да. Не сможешь устоять от этого напора. Топорами хоть ковальдой меня будешь назад, я идти не буду. И посмотрим, кто сделает шаг назад. Вот посмотрим. Просто запомни мои слова. Зафар, скажи, правда, что ходят слухи, что вы вышли из Правда Файтинг? Не ходят слухи, а это так и есть. Это так и есть? Да, вы покинули промоушен Правда Файтинг, продав там свою долю? Да, да, да. Я тебя официально услышу. Это заявляем сейчас. Официально заявляете. Хорошо. Я так понимаю, именно это и дает вам возможность теперь подписать контракт с Хардкором на бой с Мухаммедом Калмыковым. Нет, правильно? До этого, и давал возможность. Мы об этом уже говорили. Я свое слово просто отдал. Все, я не отказываюсь от своих слов. Черша, зачем тебе, в принципе, этот бой? Да мне разницы нет, я здесь, чтобы подраться. Я же везде, Но, когда мы вели с вами переговоры, ты сказал, что у тебя есть к Мухаммеду одно условие. Чтобы бой прошел на кону этого боя, были все твои пояса. Согласен вы? Вы хотите, чтобы я свои пояса поставил? Да, да? Мы не хотим, мы требуем этого. Требуешь? Да. Требовать просто в другом месте, понял меня? Ну, окей, хорошо. Но просто слишком... Хорошо, послушай. Слишком, хорошо, я ставлю громко пояса. Говоришь, мне кажется, когда так громко говорят, нужно и громко доказывать. И послушай, готов ли ты поставить на кону вот эти пояса? Громко говорите, это вы тут, вот, Чуршанбе, ты... Да, я это умею делать. Громко говорим, чтобы лучше слышали. Хорошо, ставлю пояса. Вы что взамен? Вы что поставите? Ничего. Ничего? Ничего? Я тебе бой дал. Какой бой? Какой бой? Популярный. Со мной. Мы даем большой хайп. Ты не стоишь этих поясов. Мы даем деньги. А, да? Ты вообще не стоишь этих поясов. Ну, давай тогда что ты поставишь? Гонорар свой поставишь? Блин? Какой гонорар? Нет. Какой гонорар? Не будем ставить. Ты же прекрасно знаешь, никакого гонорара не будет. Ставить я ничего не буду. Мы даем хайп, понимаешь, популярность. Я уверен, что этот твой бой стоит дороже, чем все твои остальные. И популярности ты получишь больше, поэтому что тебе еще нужно? Земля не остановится на вас. Никто не говорит, что земля остановится. Никто не говорит, что остановится. Дальше будем дальше двигаться. Я конкретно сказал, хайп и гонорар. Что ты можешь мне предложить, что ты можешь мне взамен предложить? Хайп, нет, гонорар, если так, предложить. Толь, по большому счету мы сюда зачем пришли? Деньги зарабатывать. Тренер, я тебя удивлю, все приходят сюда, чтобы зарабатывать деньги. Как бы это ни звучало меркантильно и цинично, но все сюда приходят за двумя монетизациями. Первое – это деньги, вторая – это монетизация популярности твоей социальной активности. Больше подписчиков, больше денег ты зарабатываешь в Инстаграме, больше тебе предлагают и платят гонорары. Все приходят сюда за одним. Ты ответил на свой вопрос. Все приходят сюда за одним. Я услышал тебя, ты ответил на свой вопрос, даже если проиграет Чоршанбе, то есть... Как таково, если он проиграет этот бой, как бы это значение не имеет, то есть также продолжает. Все дерутся за деньги. Нет, да. Я опять-таки имею в виду. И его гонорар увеличится опять. Ты говоришь то, что ты бы не будешь деклассируй себя. Я вот этот момент говорю. То есть, как здесь роли не играет, вот это, проиграл, выиграл. Ну, продолжает. Статистика побед и поражения, согласись со мной, она все-таки важна для каждого бойца. Если. Там так условно боец идет на какой-то серии поражений, то его и рейтинги понижаются, и понижается все-таки его статусность рейтинговая. Деньги, значит, не самое главное здесь. Так прийти нет, сюда. Понижение статусности, понижение рейтингов всегда приводит к понижению гонорара. Я про это говорю. Я скажу так, Чоршанбе приходит сюда, в первую очередь, я ему и до этого говорил, не гоняйся за деньгами. В первую очередь это да. Он не гонится за деньгами. Для тебя в первую очередь это за деньгами гонится менеджер. Это работа любого менеджера за деньгами. Мы, то есть, готовимся. Зафар с ней неплохо справляется, кстати. То есть, если мы будем гоняться за деньгами, результата не получится у нас. Вот смотри, справедливый вопрос, смотри, от Мухаммеда к Чоршанбе. Он говорит, если не за деньгами, то зачем ты гонишься? Да, какую цель ты преследуешь? Вообще, в целом, по жизни другая цель. И об этом я здесь говорить не стану. Какая выгода? Здесь? Да. Значит, какая-то есть, раз я здесь. Вот ты в натуре дурачок. Я тебе одно говорю, ты в другое. Я извиняюсь. Чоршанбе в роли хорошего парня. Что бы ни было, как бы ни было высказано с твоей стороны, там, или как-то... То я вас уважаю, человек... как тренер, я ничего не говорю. Нет, это человек, то есть уже совсем другой, чтобы вскакивать, бить, драться. Я ему сказал... С вашим появлением в карьере Чоршанбе многое поменялось в его поведении. Я его всегда прошу и всех прошу, вас, бойцов. Я понимаю, драка – это интересно. Я сейчас смотрел со стороны то, что происходило. Это все зрелищно, да. Но если коснется их двоих, оставить в ринге, вот там пусть выясняют отношения. Вот самое главное – это там. Потом друг другу, чтобы в глаза вы смотрели, как мужчина мужчине. Чтобы вы потом сказали, блин, сколько я тебе наговорил гадости, к слову, там не говорю, что ты выиграешь или тот. Ты хороший боец, я уважаю твои бои, я знаю, что у тебя пояса.
но вы должны всегда оставаться мужчинами. Согласись? Тренер мудрый человек и взрослый. Ну что, каждый пришел на хард... У меня есть вопрос. Давай. Подожди. Если вы сейчас договариваетесь об условиях, он согласен поставить пояса на кон, вы, получается, остаетесь в хардкоре, и ты будешь эти пояса защищать во всех вот весовых категориях? Это вот мы подумаем чуть-чуть еще. Мы обсуждаем. Мы обсуждаем. Обсуждаем такой вариант одну возможен. Большую историю с командой Уржтим. Да. Но это пока не анонсируется. Да, да. Ну что, каждый пришел сюда на хардкор и в этот поединок, преследуя свои принципы, интересы. Но я думаю, что все должен решить ваш бой. А в итоге по весу? Какой вес? Ты же на прошлой конференции говорил, что 77. В каком весе ты готов подраться, Мухаммед? Я готов 84 подраться. Не, я уже немножко похудел, видишь. Ну, так и не скажешь, что ты похудел. Не, я уже сбрасываю. Сейчас ты сколько весишь? Я кому-то готовлю. Чоршанбе, есть понимаю. Тульские пряники, большие которые. Это реклама? Это на набор массы. Нет, это не реклама. Она маленькие, да похудеть. Так, тульские пряники мне, пожалуйста, мне надо вес набрать. Да, это вообще без проблем. Сколько ты сейчас весишь, Чорш? Вы хотите в 77? 80. Поделитесь в промежуточном весе. Да. На 80. На 80. Давай на 80. Нормально? Давай. В прошлый раз говорили 77, а сейчас мы согласились на 80. Учитывай это тоже. Какой ты милый, слышишь? Мы идем навстречу. Ну что? Добрый парень. Большому противостоянию быть. Это будет яркий мейн-эвент, который пройдет в сентябре. Я думаю, нас ждет еще серия стардаунов, конференции. Ну а пока давайте зафиксируем то, что этому бою быть. 5 раундов по 2 минуты. Кто бы что из вас ни говорил, я думаю, это будет ярко, это будет круто. Лучше бой, это будет очень интересно. Я это всей говорю. Аудитории и всем поклонникам кулачных боев. Давайте на стардаун. Короткие у нас. Хорошо сейчас зашел. Справа попал. Справа как. Попадает. Оу. Да, ничего себе. Все доказано в бою. Дистанция, коронавирус ходит. Если захотите такое же спокойствие, как у Чоршанбе, обращайтесь к коучу. Какие таблетки принимаете? Никаких. Я извиняюсь, мне интересно. А что вы с ним сделали? Почему такой спокойный стал? Антидепрессанты какие-то или что? Нет, это все работа коуча. Я еще раз повторяю, кто бы что бы ни говорил, вот эти сплетни, интриги, да. Вот я как тренер, я верующий, я верю в Бога, я православный. Я вам говорю, ни одни, никакие таблетки не нужны, он не принимает. Угу. Вот такой, какой он есть, какой он родился, вот такое у него телосложение. Не тогда тренера рассказал. Не было просто, вот и все, сейчас тренер просто есть. Просто Чоршанбе у меня тренируется практически больше, чуть-чуть больше 2 месяца. 2 месяца. Мы готовились к Солонину буквально 2-3 недели. Мы готовились к этому бою. То есть полностью я посвятил, я убрал ребят, которые готовил к чемпионату России по олимпийскому боксу. Я оставил все, мы работали только с ним. И за вот этот промежуток я вам говорю, дайте нам год работы, вы увидите Мухаммеда Али. Мухаммеда Али? Да. Не слишком громко, тренер? Чуть Мухаммед Перс не сказал. Мухаммед Перс? Ну что, это была лютая хард-конференс, которая заанонсировала огромное количество крутейших противостояний на хардкоре. Это была Прайтим, Уржтим, Мухаммед Калмыков, Чоршанбе Чоршанбиев. Их бой, который, я уверен, наведет нереальный шум. А для того, чтобы не пропустить все эти бои, подписывайтесь на канал «Хардкор», на канал «Хардкор ММА» в обязательном порядке. Подписывайтесь на инстаграмы всех бойцов, они в любом случае вылезают здесь как плашки, а мы вас обняли до хруста и едем дальше.